Wolf XL, stop driving and we're gonna get a repair for you. Есть ральдик на севере, Alright, на севере Thirst, в домах, gather your сейчас squad and стреляю, attack попробую Lumbed убить. Reef. No, Along это with admins. Okay, Stop him, he captured Thirst, just you, just you. Admins, go for Passfeld. А, да. You ты want me уничтожил to ради? Or you want me to attack? Я не видел, что Attack ты Lumbed Reef. Я просто, я слышал такой звук, как будто они что-то уничтожилось. Что такое, что такое? Spanish code there, Lumbed Reef. А ну, просто вот так. Cover this hours. Or you can go to Borgia. Садитесь на Пантеру, садитесь на Пантеру и едем на Лунга. Let me check. First, continue holding over Lund since Baska capped Passwelt. Now we defend, right? Yes, yes, defend. Continue to defend. Чё, отмена, народ, обороняем дальше. Пока в Керст, я вижу. Да ты бежишь или? Это я бегу на юго-запад. Нет, подожди, правее те, кто-то был, по-моему. Правее те. Эй, правее те. Может, так, я слышу какой-то... Мне кажется, к югу от меня какой-то джек или что-то такое. Yes, defend it. Enemy armored car approaching Carvel. Let's split them, we have four flags. Copy. Самолет, самолет! О, у меня ракета не убила. Кто тебя убил? Самолет. Ага, попал, да? Этот большой был. Ну да, он ракетами. Тут ракеты не были. They're getting a big attack on the circle. I need some help at G5. Вперед, yeah, they're attacking two spots the G5 flag. И же у них есть глайдер, где-то летает. Роер, над южным флагом глайдер. Южнее вернись. Окей, Overland squads, stop using Panzerschrecks. That's for admins and Baska. Не используйте Panzerschrecks. Почему? Yeah, we need some anti-tank support at Carlsbad. На другом месте надо. Cursed, direct some of your men to Passfeld. Они не используют меня, единственный там все это время. Я как? And the Panzerschrecks. А, про это? Проще кого-то на Passfeld. Могу я пойти? Давай со Шреком. Давай по со Шреком пойду. Возьми джипик какой-нибудь, не пешком. Да, я сейчас возьму, тут есть джип. Давайте еще кто-нибудь, все или тоже возьмите машинку. Так, танк, пометка танк. Тут у меня только машина с патронами, которая есть. Не надо. Берите машинку, садитесь, едьте быстрее на пасту. Ладно, поехали. Выездил глайдер. И глайдер убили, наверное. We have three enemy tanks currently stuck at Harlow. We're trying to capture the flag back, but там, I'm gonna move out to Hotclef. Alright, Donbass, send your P4 to Hotclef. Russians, send your Panther to Hotclef. Roger. Так, на Hotclef... сюда, в общем, прошу. Cursed, make your way up to the border, B4 flag. Nothing on your spot, Cursed. Try again. У кого-то есть в прямой видимости флаг? Again, Erwin, what do you want? Эрвин, да. Sneak up to the B4 flag. Где-то не техника, сзади нас. Border. Это танк. Germans. Germans, when you... German, when... Germans, when you die, hold your spawn. Да, все такое же. Так. Ладно, пока спаунтесь, как только я дам команду, надо будет мне... Don't say anything there, Chris. Окей, нас на нас, on my spot. Spawn on the commander rally, go for Borderi. Copy. Он сейчас на мне, но я хочу взять пулеметчика на... Rest of the tanks go to Hotzegers. Короче... I can put down a rally point here or there, who's there. Yeah, да, наверное, просто вон туда, на метку. Помочь там будет склад, что-то.
Так, я бегу на машинке сейчас, поеду обратно. Yeah, fucking artillery destroyed it at the very moment. Так, мы будем пехотой атаковать вот этот флаг. Куда бежим еще раз? Сюда, за мной. На метке флаг. Меня что, заряжаем? Полностью все машину? Нет, давайте лучше суицид. Давайте все суицид. Так, recall that KT back, he's gonna die. Ладно. За тачкой есть? Перенок, Mount Fox. Не-не, мне надо будет тихо, так, вы привлекаете внимание на машине. А чё, а мы с чего будем спавниться? Просто там есть спавниться? Сейчас будет ралик. Суицид, сейчас будет ралик. Перенок лёрит, суицид. А мне к вам ехать, да? Не-не, тебе на... А, ну, да, уже можно к нам ехать. Давайте на ралик. Окей, Джерманс, спавн эти ралли и атак the flag with the KT. Танк есть. Between Ляш. Go for Hauts. Так, сколько, пошли. Hauts, yeah. Spawn on your rally. У нас общий командирский ралли. Yeah, but once we got the other flag, it was just also from... Other people are attacking. Go for Hauts. Ah, we don't have rally anymore. Never mind. See what happened before flag. There's only like one guy currently defending Hoots in the flag zone. Who's that? Stay alive, I'm gonna come here. На юге, а я уже был. Downbats, could you call the KT, it's gonna die. Его не будет. Где-то в районе. Passbat, get ready. А, там. Okay. Yeah, у меня about seven guys there. Роер, как тебе? Ко мне один человек подойдите. Иду. Чё? Как тебе? Я need orange board on Vandeblutet. Я толком не попробовал. Так, Enemy tank coming in from the south-east at Bora. Он сейчас на Власове выходит там. Танк куда? И там сзади пехота была на Мятке. Need death squads, Vandeblutet, Enemy Spaniards and Panther. Еще один танк был в базе, который... So, Erwin, you want squad 6 to defend before? Let me see. No, yeah, defend that flag first. Yeah, 19-1 statistic. Squad 4, you go for Lumbe 3. Copy. No, не разбегаем. Так, кто там у нас? Литвин, что у тебя? Снайпер, хорошо, путь, смотри на юг. No, Vasco, spawn main base and attack Villauten. Не разбегайте далеко от флаг зоны. Yeah. We have Spaniards and enemy Panther on the loot. We're trying я to counterattack, but we're outnumbered. Well, I'm currently at Bravo 4, so I'm gonna attack Charlie 2 instead. I'm going to look at YouTube. Джексон, на крайнем плане, на пушке леса, по лесу едет здесь. Далековато. Ну, просто будь в курсе, у тебя, наверное, ваншотчик. Он не знает, что и пехота у вас, или нет. Смотрите, народ, танк заходит. Пехота. До края карты все видишь, да? Так, я сейчас бегу к танку, я встречу. Да, это край карты вижу все. Когда я поеду. Я сейчас встречу танк. Я встречу танк сейчас. Так, там еще один, этот самый Грейхаунд, по-моему. Видишь подсвечник? Грейхаунд, да, вижу. И по краю карты. По краю карты джипи. Не туда скажу. Не джипи, а этот самый. Джексон? Нет, не Джексон. Там за ним пехота сзади лежит. Может для many empty tanks. Сиди за танком, сиди за танком. Минус. Я танк. Грейхаунд минус, Грейхаунд. А, enemy. Отлично. Я танк не знаю, где он, где-то на восточной стороне. Танк там не знаю, не вижу вообще, даже нет звука. А Грейхаунд минус.
танк это уехал. There's enemy Wolverine currently at the main road between Lumberdrift and the border. Танк, кстати, возможно, уехал либо на Lumberdrift, либо на Верлун уехал. All right, they're already in the hell out of Overland, we expect them back. We managed to grave on the roof, but still enemy infantry. Все варианты в квадрате B3, по-моему? Какие-то я услышал. Здесь repeat the part full variant. Да, пометили B3 какой-то легкий танк. Да-да-да, сейчас бегут к нему. You're capturing Lumberdrift. Метка. Далеко там. Вот истребитель надо мной летает от Пантеры. Принял. Какой-то севернее показывается его восточнее. Примерно в квадрате по 3. Джексон! Где? Где? Люди пронизгли, нет? Где Джексон? Нет. Он где квадрат? Не знаю, это где-то примерно по 3. Нет, по 3, по 4, по 4. Смотри, по метке. Друзья, попробуй там. Честь под ляхты. Лёлик. Джексон his spot. Поехал Джексон. Ухватывает очень быстро. Больше не по западной стороне, по этой стороне ездит. Yeah, they're all on the ground, lots of them. Убили его? Yeah, they're all on the ground. Джексон, yeah. Джексон. Я взорвал. Питер, можешь мне помочь на этом, а потом вернуться? Да, можешь съездить. Ключи, если будут танки, я развернусь сразу. Есть каких патронов у кого-нибудь? Тело ваше МЧ на флаге. Я только есть, пошли покажу. Маша, это получается, ты один из самых новичков у нас тут и самый результативный, да? Да, я типа, да, я да. Alright, we got tanks south of Overland. Все. Я просто много играю. А Винчес как много играешь, плюс Пасха, плюс контент. Власов, на меня Крайхаунд выезжает, пометки. Поворачиваюсь. Ауч. Прости, пожалуйста, Люлик. Блять. Я не заметил мину. Тут они не помечаются на карте, тут они помечаются значками. Да. Куда он там поехал? Подсвечается, подсвечивается. Я промазал. Просто не меня рали пейн over on the building. Попробуй выстрелить сейчас. Он бедный. Убили. Больше нет он? Ты сильно. Ну, это прям не стреляет что-то. Я видел. С метки на метке там. Да. Я все равен. Я купил. Это пантера. Пантера против пантеры еще. Сейчас будет дуэль инвалидов. Ура. Я его не вижу. Минус. Да, я туда смотрел. А где он? Прямо на маркер был. Прямо на маркер. Я что-то думал, что он правее, потом только маркер. Это печально. Кто за стрельба на флаге? Я по самолетам стреляю. Надо сказать, что я не сел. Да, я вижу, там побежать, там будет ко мне ближе. Ну есть. Still infantry in the sewers and found the looting. We have an unused Puma and unused Panzer IV in the main base. Бегу, 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 бегу. Да. Именно так мне происходит геймплей на самом деле. Ай, красиво, Роя. Спасибо. Хорош. Блин, промазал. Уезжает. Понял. О, другой танк минус, другой танк минус. Окей, пойдем так. Это 110-ка вроде, да? Чё она по нам стоит? Ампер. 110-ка наша. Там умер. По точке нашей прямо вот. Какой у меня сумеет по полу? Смотрите, желтое поле на юге пантера. В районе метра. А, понял. Сейчас сделаем. Сейчас решим проблему. А, вижу, вот сейчас я не подойду, я не снимаю.
Он уезжает на... Причем ближе ко мне сейчас, слева. По дороге ехать. Угу, понял. С восточной стороны. Угу. Ну, мам, Фокс, не уходи далеко, будь там на перекрестке. Да. Все остальные не покидайте флаг. Смотри, юг, юго-восток, восток. Что кричу, если ты мочу. Эрвин. На атаку. B5 или метан. На метке танк, да? Короче, не, да... ничего нет, уехал уже. На правее там, метки. Он на этом перекрестке. На перекрестке, да, сейчас стоит. Я не знаю, уезжает, скорее всего, чтобы не попал один раз. Нет. А здесь где-то нет? Да, чуть-чуть дальше, наверное, уже уехал, я не в курсе. Я мертв, к сожалению. You're capturing hoots. Вот она, блять. Ебись. Бывает. Заспотили там. Юго-восточный. Сейчас я поеду. 25. Эрвин, Charlie 5, enemy Panther. Charlie 5 at field. У нас несколько машинок тут на флаг. Ай, we got these reinforcement overly. Забрал. Да ты все. Не спасибо. Да, все, кто на флаге сидит. Лёлик, у тебя снайперка? Угу. Ты минами обложился? Блин, я что-то как-то про это забыл. Там ящик с патронами в левом дальнем экране. Хочу такую настоящую мужскую пехотную атаку. Такая. Rally one blocked. Ну как-то так. Ну ладно. Настоящая мужская пехотная атака. Ну хочется, хочется. А сдюжит или нет, это уже дело другое. У нас была одна такая атака во время японской кампании финальной битвы. Но тогда мы выиграли. We lost Overland 2C. What do you want us to do? Кстати, вполне возможно то, что американцы могут такое устроить зеркально для нас. Не, ну это логичнее будет нам устраивать, нежели им, потому что мы как бы проигрываем. No, must go for possible. Банзай отряд. Донбасс. Донбасс. What the hell? Spawn the commander rally, go for password. Okay. Керст, край карты видишь, да? Угу. Пантера та уехала? Да. Она в центр куда-то уезжала. Отметили, отметили танк. D4, D4 отмечен. Слушай, Фокс, а как ты так быстро привык? Так, джипик. Народ, джипик едет с восточной западной стороны на мини-чережине. Что говоришь? Вижу. Сейчас его этот самый танк бьет. И так быстро, что именно? Как ты так быстро привык к ракетам из Forbidden Hope 2? Они особо не отличаются от предыдущих. Просто поджигали титан. Да. Там несколько другая политика просто. Но они, в принципе, не одинаковые. Это полегче здесь. Ну, и это раз, во-первых, я давно играл как-то. У меня было, что в 20-м году я скачивал Forgotten Hope, я играл на паблике и потом удалил. Просто, типа, я не знаю, здесь, например, панцершреки, они очень легкие. Типа, почти что у него прямая полет. А вот, которые были до этого, по-моему, 3 или 4 кампании назад, эти вот маленькие ракеты. Панцерфауст, я не вижу. Потому что там всегда Панцерфауст 30, который самый прошу. Я им могу даже убивал там. Я не знал просто, что есть такое. Я думал, что типа игра мертва в том плане, что в нее только на паблике играют и все. Каждая компания проходит ивенты. Вроде как скоро должно быть какое-то обновление.
быстрее. Да, надеюсь, что начнется следующего года. Думал, обновление будет в этом году, там даже радио намекал, а они просто ивент сделали и все. Что-то... Нет, насколько я знаю, обновление готовится, но они не успевают. Ну, я с радио разговаривал, говорил, что вроде как планировалось на этом, как, как по готовности. Прошу замечать. Так, ну, в принципе, понятно было. Это у нас 344 или у них 344, я немножко забываю. У них. Ага, понятно. Мы всегда синие. Ты можешь в табе посмотреть. Угу, хорошо, да. Печально. Не можем сходить на меня. Вроде атаки прекратились на нас, можем поехать, нет? Нет. Как только мы свалим, так сразу подъедет какая-нибудь машинка и все. Да. В этом случае нас немного, во-первых, во-вторых, у нас связь задачи терроризует флаг. Вот сборный отряд International — это атакующее звено, а вот так, поддержка. Ну, не совсем. Ну, видно, если как-то смотреть за все отряды, которые есть, то мы вполне себе средничок. А почему у нас спонсор четвёртый? По всей компании? Нет, на этой битве. А, на этой битве, ну, пока... Чё? Кто твой из Альянс ВС? Пехота у спонсора четвёртого, или чё? Смотрите, народ, пехота. Отлично. Талант из спонсора флайда. Минус. Польский отряд. He's alive, he's not back. Ты можешь починить спонсор четвёртый наш? What? Yeah, нет, у меня девяхр. Who's flying the glider? Is that not supposed to land it? Who's flying? У нас ротор есть, но он на самолете. No. Ротор. Ну, я подумал, что ротор. Лассер, скажи, пожалуйста, зачем тебе кит Гивера? А что ты на самом деле? Панца, Эми Панца, я его поставил. Ты... Ты бредишь. Я, конечно, понимаю то, что... Мне просто незачем чинить танк, он у меня одноразовый. Я еще понимаю, если бы у тебя там был автомат, что бы случилось. Машинка на севере точки. Угу. Надо, скорее всего, там, но... Надо проверить лес, который на севере катаюсь там. Давай я. Вообще пойду. Кого с этот брать небезопасно. Enemy Panther still west of Passville. Well, the planes are completely useless against the tanks. Yeah. They're slowly recapping Hootreff. But the Greyhound is still on it, like, like overlooking us. No, вообще у нас, да, где наша? Нет, ни одного. Где наша ралька? Нашего ралька нет, потому что... Да, переставьте ралик вот здесь на метке воронки. Два человека пойдите. Машину вас точно не пометили. Она уезжает уже сейчас. Гвинт и Mountain Fox на метке. Да, я вижу уже. Artillery on my marker, please! Давай. Давай в дырке. Давай. Все поставили. Может быть в воронке? Ну, воронки там поставили. Как тебе говорить, наш трудовик, дырка у тебя в жопе, а это технологическое отверстие. В нашем случае побочное. Так, дефект легкий. Ландшафтный. Это... Кто-нибудь посмотрите немного на лес, который прямо у фланга, потому что это самое такое популярное место, откуда я покурить. Хорошо. Ух. Сейчас мы сделаем популярными. И Севергунский лес. Ничего не происходит. Enemy rallied down at Hook Cliff. Let's get the flag.
Наше место проатаковали уже, что четыре, нет, три танка сняли, и четвертого, кого-то я снял, не помню кого. Они, по-моему, просто мимо проезжали. Ты такой злой, нехороший, снял их, помешал вам проехать. Ну да. У меня четвертый ассист пришел, типа, килл как ассист, потому что какой-то другой танк его добил. То есть... Ну, короче, унижаем танки как можем. Да. Сейчас бы в Project Reality, а не вот это вот все. Попробуй найти там сейчас сервера с адекватными игроками. Ну, даже именно, типа, знаешь, проблема в том, что сейчас очень много новичков, и там прям не поиграть. Ну, кстати, да, что-то я заметил, там отряд не создашь, там просто это, а как это, как то, как, почему это, и там просто даже заходишь в отряд, и тебе говорят, а я не знаю, как ставить ралли-поинт, и не знаю, как откапывать фубу. Ну, у меня была проблема, что, типа, у меня, я взял АПЦ, думал, ну, может, типа, ПКМ, ну, ПКМ, типа, обычный пулемет. И мы заехали на МТЛБ на точку, нас убивает техника, я говорю, стреляй по стрелку на М-13, может, хоть что-то ему сделаешь, так он вообще стреляет по тачке какой-то отдельно. Я ему до этого по лоджике сказал стрелять, он все еще по тачке стреляет отдельно. Я стою, думаю, идиот, что ли, полный. Уехал, пытался уехать. Пантера. Нет, да, сейчас. Вместо пантера, не помню. Да, сейчас. Бегу. Далеко кину. Я бегу. В сторону Керста. Вот, блин, убил пантера. Отходите. Отлично, я даже, наверное, скрин успел сделать. О, привет. Здоровый дом. У вас будет подбит пантер, я фотку сделал одну часть. Машина Тайрия? Да. Да, пока она не... Машинка на фоне. Машинка приехала, машинка. Что, отвезти на флаг, что? Все, пехота. Не, да, броня, флаг. ССИ, БОДЕР, ПАНДРАТАК. Флаги били уже, но... Под нами прям. Говори просто боя. Я пытался, не получилось. Бойлер. Они ралли поставили на спецу. Ралик поставили, да, и наш ралик не работает больше. Откуда они прут? С севера, помнишь, который там все говорил? Вот оттуда. Все, они начали покалывать, началось геймплей. Под конец раунда проснулись. А у нас ралик бьет, нам ралик бьет, они с леса идут. Да все, уже 10 встал. Б4, да. Примите достойно. Если бы взяли точки и убили, то может быть выиграли. На наш флаг не атаковали. Ну вот, тут, конечно, крут. Воронки лежит, кто там вышел. Блять. За воронкой, интересно. Убил ранее. За воронкой. Всем победу их. Боеретерич. Бурда. Просто бурда. Давайте берите. Borderlands. Садись ко мне, я тут сижу. Блин. А, еще одного хотя бы. Кто машин-то перед мной стоит? Больше мест нет, сам. Все, мест нет. Пока, Литвин, у тебя будем помнить молоды. Возьми мой танк возьми. Вы там на грузовике? На каком-нибудь приедете? Да слезь ты. О. На броню сядьте и... Стас. А куда пятый отряд? Дальше? Нет, мы захватываем, потом они едут дальше. Мы стоим. Кто-нибудь для сквадного вместо освободит? Кто-нибудь один убит? У них нет сквадного. А, нет, есть сквад. Ты вылез. Вылезай. Ярик! Что, я вылез? Ставьте хай, где вы? Мы же думали, что ты вылез случайно. Вы сейчас все вылезте и оставьте машинку. Mm-hmm. Складному синему, чтобы он ехал куда ему там надо.
Sorry, what's the order for Germans now? Woodcliff is already in Baska. Yeah, I'm currently at Woodcliff. We're figuring out the continuation from here. We could go to Woodcliff. Go to Hout, Germans. Yeah, alright. I'm gonna stick around here at Woodcliff just for a little while longer. Они к нам заходят. Откуда? С севера. Там, где машинка пустая. Понял. Мы наш ралли не кинули. Они в разрушенном... всего нет. Они в разрушенном амбаре. Я моментально умер. Ужас. А он с настволом там сидит, который тут вас Андрей. А его убили. А, нет. Guys, Spaniards are in Pulverage. Whoever's there, we need to clear it out for rally. А перенок справа от тебя пехота есть, у машины нашей. Да, все еще на север отметки. Машинка какая-то. Нет, ко мне близко. Бил одному. Артера будет. Let me rally. Не, это класс. Да, они на бордридж сидят. Не захватывают отсечек. Дочку, блядь, захватывал, господа. Народ, вы флаг дома втягиваете? Да-да-да, я... А все уже. Сейчас... Били сразу, били свыше. Рага убил. Да? Где еще? Как это? Рага Миху тоже добит. Убит? Литвин в дым... А, не в дым. Падла. Где он? Все еще испанцы на флаге. Я не знаю, где стороны это. Наверное, вот... Где-то здесь, наверное. Где-то Баска-Зак. Убегает, сволочь! Литвин, сядь. Так, дороги. Пантера. Бегу. Все силы бегу. Это для Годова не уходить далеко с флага. Я понял. Раньше там уже танк снова. Да, мы уже отбились уже, там только танк остался. Ну так, там танк, там... Нет, там пехота, они ралли поставили, они уже тут куча их. Они за изгородью, они со стороны пятого ралика. О, ёпт, это херово. С пятого ралика? Да. А чё там, так, смотрите, вот на перекрёстке пехота. Да, танк, что ли? Я кину тут, стой на месте. Там испанцы, точно сторона. Перекрёстка. Okay. See Donbass to your north of your rally point at crossroads. Squad 3, try to take your life and land it near Overloon. Keep attacking. Ты не понял. Так. На место для... Да, я бегу сейчас. У нас никогда нет командера. Yeah, right. Что там? Overloon. Народ, всё ещё к северу от 5-го ралика. Вход вражеский. Там вроде отбились. Не отбились, мы только что убили. Enemy Jackson. Пехота на юге нет. Гамбар. Они сейчас с севера шли. Do you want me to spawn the glider? Ух ты, как он тебя. I think it's Swedish. Ракеты говно на 100%. Yeah, I have the glider. Да. Вижу глайдер, а это наш. Landed near Lundbergriff. Yeah. Самолет не наш. Да. Сейчас на 109-м встречу. Yeah, Roger, I'm trying to. Мины расставьте кого-то. Enemy Panther in C3. Germans! We are just attacking the... Что? Well, I guess the fucking rockets on P-38 is working. I just have died from it. Yeah, I know. I'm thinking of... Yeah, because the BF-110 is not working at all. I don't get... I'm only taking off. It shoots everywhere around, except the target. Перенок, сюда, спустись вниз. Кажется, наши бомбы за 4-го проблемы. Смотри, аккуратно. Оп, я знаю.
Ну просто там у тебя позиция. Yeah, 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 yeah. Good work, Kraus. Так, я понимаю, что тише, народ, ты все сразу. But you lost your я говорил, что Джуниор, ты будешь. Yeah, we're gonna help at Lund. Yeah, we're gonna stay at Hood Cliff for now. Убит. That would be too much work for you, Buster. Я убил уже. I want to kill people! I want to attack! Anybody who's flying the BF-110, you have to switch the ammo. You gotta press 2 or whatever. Then you get the rockets. К северу у нас танк... Yeah, except they never hit the target. Пытаюсь выяснить сейчас. That's a default. Пантера. Yeah, it's pretty tricky. It does take a lot of practice. I found that out myself. Смотрите, пехота замечена была здесь. Нет, вроде нет. Guys, send some tanks to Hood Club as well. You're sending all of them to other way. Есть патроны? Да, есть. Самом... Как сарай, смотришь левый крайний дом. I think we have a Greyhound. А, вот на мне. В самом восточном доме на первом этаже. Ой, спасибо. Бегу. Я не знаю, где пантера, наверное, вот это зеленое поле в этом районе. В районе метки. Без понятия, она уехала куда-то. Надо спутера найти. Я понял. А так все еще пехота приближается, народ. С метки приближается пехота. А передо мной. Передо мной. Керс. На поле. Метка, пехота, метка. Они по полю, что ли, бегут? Они не по полю, они через зелё, пати по кустам на запад движутся. Бегу снимать. А что Ровер ты говорил? В D2. Spaniards are currently attacking Woodcliff from south side, pretty lightly, but... Squad leader for enemy Panther coming to you. Так, пехота всё ещё в районе метки. The enemy Panther is by Lumber, if I'm trying to spot it. Это, может быть, одиночка какой-то пытался проскочить. Может быть, их там несколько было, не знаю. Ну, прям всё печально. Может, нам помочь им на Лундер Милли на этом немного, пока атаки нету? Пантера там, кстати. Нет, наверное, не стоит. Там три сквада. Возьмите два человека машинку, кто ближний проедет. Он на Фокс Тайсе. Может, пусть Годов туда поедет туда пока. Нет, Годов остается здесь. Господа, может, вы возьмете более быстро машину? I see the running point. Мы уже едем просто. Нет, она быстрее намного. Вообще, Людик, давай мы с тобой поедем вместе. Меня Панцер Шрек. Да, такова с Панцер Шрек не очень. Так в смысле? Requesting artillery fire on Moscow Bombist Marker at Foxtrot 7, east of Hood Cliff. Ты сидишь, there's plenty of Yankee infantry and a rally point over there. Spaniards are there. Да не, уже все забей, поехали. Едем, уже здесь едем. Не могут обойти со стороны Годола пока что нас. Да, там помню, за Годолом присматривались. DC британцы, думаю, близ Тайгер. А, ну мы фланг взяли. Ну, сейчас поможем чуть зачистить и уедем. Давайте это в подземелье вот туда. Так, держи, один двух своих. Кто-то есть тут внизу. Admin sending me rally point on the marker I sent to you. Rally point there. Блять, крепни, если где-то на фланге будут атака, там тут спаун. Я не вижу флаг, я смотрю на восток. Не, если в CC будут кричать, тут спаун. Switch to pass round. Че, помогать на Лорум Драгиле? Там просто... Не, там слишком много народа. Charlie Sun? Там Андермен. As soon as we die, I'll spawn there. Yeah, that's my fucking boss. Нас маловато, на самом деле. Вам надо просто скрикнуть вовремя, вообще.
боем закончится. Если каждый скват будет держать свои флаги, битва закончится. Если это где-то делают суицид, враги, может быть, это наш флаг. Керст, крик, на какой флаг придет? Ну, пока не сообщаем. Кто на флаге? Заберитесь на дом, на крышу, попробуйте где-нибудь там посмотреть. Как забраться? Ну, опасно на крышу залазить. А балки оброшены. В этом месте есть цинус. Тебя убьют, значит, братья. А вроде пасфальт. Нет, там, понимаешь, там опасно в том плане, что рта может попасть, потому что у меня так два раза Джон убил. Но у нас самолет летает постоянно. Слух, говорите мне. Точно? Где? Еще опасно. У нас сейчас самолет на борту. Yep. Он в праве направо, смотри. На лофт-пейсе, если идти. Он летал сейчас. Ударьте. Хотлиф. Собирают, хотлиф собирают. Блин, хорошо. А мы что, мы уже не заспавнимся? Руэр, тебе надо прикрыть? Enemy Sherman tank in middle of Woodcliff. Чё ж там так-то хера на уме? Вот кого построило прикрыть, это Годала. Ему могут просто-напросто мину подложить. Или что там, взрывпакет? Мины нет. Ладно, я сам как-нибудь справлюсь. Maybe a German can attack Overloon or something. Maybe we have enough people at Loon. Yeah, сказать то, что не хватало того, что М1 за место полтовки, так у них еще и зыв пакет. Нет, баланс в этом плане зеркальный, у них тоже кранченый на полуавтомат. Нет, у них М1 гарант, М1 карабин на джинни. Понимаешь, просто набрал и все. Так, у нас восток, тупик. А мне стреляют, с севера. Нет. А народ, стягивайте в флаг-зону. Годал, джип, нет, видишь? Нет, он движется, вот, пометка. Да-я, танки. Пометка. А, наверняка отвлекает народ. Сейчас будет так на флаг. А мне уже стреляют. Are we still going to Passwell? Он мимо проходит. Восток, северо-восток могут уходить. ZZ, from second squad. Are we still going to the first squad? Are we still going to Passwell? Swedish, if you can go somewhere else for the moment. There's five of us here right now. I'm going over them then. Она маркетинг. Yeah, copy. Восточная сторона была, он шарик упал. Блин, тормозим на шарик, не шло. Бля, я походу на шарик вынес, переставляйте. Это коридор с какой стороны? Ни одного убил, пошли кого-то. Вы хотите сделать here, Loon for GIF, TC? Yes, yes. Roger. А, так, кто там заспаунился только что? А, первый по мне. Swedish. Блять. Нормально. Есть, блядь. Нет, свой подорвался. А с той стороны, где я подорвался, там кто-то побежал. С какой стороны? Север. Стороны севера. Там, где Литвин, там в той стороне, что-то. А, лицо бегает. Свой ролик. Литвин, точнее. Не, вроде чисто. Ну, арта еще работает, значит, где-то могут быть рядом с Поттером. Да, работает арта. А, спрячьтесь. У вас самолет, видишь? Только что сбил его. Ага. Лайтинг? А, не, легкий, который. А. Ну, истребитель. А. Это спецназ? Или разведчик? Народ, у нас машинка появилась. Где? Помет. Не уходите с флага, не бегите туда. Тут вот, если будет вот так, значит будет вот так. Самолет какой-то. Это самолет побился. Опять,
Смотрите, да, пехота заходит с юга со стороны машинки. Все, я понял, сейчас буду. Не уходите далеко, далеко от флага, пусть к вам идут. Да, по месту ряда, вдоль дороги Годал движется. So you see, on the northern side of Overlord and in the shirt on Overlord, it's in the squad. Я на зенитке в ласках отвечу. You're lagging, ну, вот вы отсюда по мне стреляли, я ранен. Still cutting out? No, you get no, not anymore. Так, ну один мёртвый американец лежит. Northern side of Overlord and in the shirt, enemy infantry. Может, отвлекали, не знаю. Got it. Смотрите по сторонам, будьте начеку. Арта все еще работает, значит где-то рядом с Коттером. На сарае, американец. Отлично, у вас. Танк. Вот флаг зоны, противник. Чего у нас только один человек в флаг зоне? Я летчик тебе, я тебе обещаю передам. Угу. Если хочешь, летай. Сука, урод. Народ, у нас флаг зоны бы. Ралик сейчас подавит, ралик сейчас подавит. Ты что, вы говорите, а, что? Север, север заходит, с севера. Вот, дай мне байк, дай мне байк, Рори, ты самолет возвращаю. Там есть еще один. В кирпичном сарае. Восток, северо-восток. В среднем... флаг падает, на середине флаг. Класса, тут помощь, только на базе. Вижу противника. Он на мне. Да. Good job, Swedish. Keep it up. CC border under attack. Thank you, thank you. Беронок, путь около танка. Attack what? Смотри за Годол. Border under attack. My flag under attack. Okay. Enemy have to... Never mind, it's dead. Смотрите, они все что заходят. Север, северо-восток, северо-запад, где-то там. Alright, alright, I'm gonna drop them. Испанцы. Над нами разведчик, на миникарту понял. Смотрите. Не-не-не, наш, на миникарту смотрите. А вообще, что-то пусто. На мне. Вот перед Годовым, прямо перед Годовым. Один противник. Двое. И один, два. Смотрите, у них, значит, где-то ралик. У них ралик как будто enemy. Two enemies, west, directly west of the flag. Did you see them? I'm gonna fly over them again. Watch the map. Байком. Они, west. Короче, еще с другой стороны показывают. Народ, бегите в сторону метки. Будьте около Годова. Прикрывайте Годова. Годова в гасик. Опа, впереди где-то. Так, и один заходит, смотрите, один see? Заходит прямо с востока. Урод, а? Пил, сидел. Так бы и говорил, меня один убили. Урод бежит. Короче, к северу зеленого понятно. Поля, которое прям... Годова подбили. Север зеленого поля с восточной короче, стороны, короче, он которая... еще на флагзону там не Годова подбили, пехота. Пантера. Оттуда же бежит противник. Вот где я был, там противник бежит. Сейчас один гад на флагзоне будет. Три человека. Четыре человека. Бордер стал андер атак. Я уже убил. Да, слушай. Разбитым, кажется, убили. Метку туда. Да, мы поняли. Они с двух сторон обходят, Котл. Так у нас ралика нет, да? Да, нет ралика. Блин, меня только что флаги убили. Это помощь другого отряда, они сейчас опустят. Yeah, we need help at border. Dead spawns on border. Enemy tank there. Enemy Sherman there on border. Говорили же, Пантера, с северной there. Стороны. Under attack at Louvre Ridge. Я ненавижу M1 карабин. На американцах. У остальных есть. Смотрите на карту, где враги, где один прямой флаг. Ралик минус. I'm sending Wolf on the ground for anti-tank support. Один где-то прямо... Смотрите, с севера заходит. Under attack here, Wolf Bridge, they see.
Okay. What the rot? Try and spot the Sherman on Bravo 4 so your wolf can kill it. Вы врагов еще видите, скажите мне? Донбасс. Да, там на севере Пантера. Yeah. I just flew over your flag, there's no one. У разбитого пехота куча. У разбитого ангара, да, они сейчас опустят. Enemy, no, I mean enemy, there's no enemy at Lumadrif. Well, yeah, there is, I got around. Там, где синий чувак, они не карты, они там. Hold on. Они почти опустили флаг. Второй ролик минус. Так, когда бы убил, очень медленно поднимается флаг. Они, да, в этом, в разрушенном здании. Раликов нет. Там есть ралик. Я два снял. А, ну, хорошо, я понял. На нашем ралике спаунимся. А это наши... Пантера, пометки. Убил урода. Во флаг-зону, народ, во флаг-зону. Поднимаем флаг, потом отбиваем выживших. На мини-карте врагов нету. Пантера убили? Взяли. Good job, Kirsten. Или да. Непонятно. Вообще, выдвигайтесь на север, ищите противника. Так, Пантера все еще в районе местки. Yes. Кажется, Пантера наших еще наш танк убьет. А, нет, отлично. Прибило. А, отлично, будет. Дальше будет. That spawns Passwald. Come on, people. Mm-hmm. Enemy deep down north of Oakland. Never mind. Maybe more infantry coming north. We lost Carveld. Admins, there are two guys in the map. Can you see them? Как она вообще там появилась? Че, поможем на... Yes. Хотя нет, там намного врагов. M18, north of Oblun. Да, они сейчас, скорее всего, к нам пойдут, поэтому не расслабляйтесь. У нас бас. Enemy, admins, enemy rally point at the marker I sent you. Enemy rally point there. Джексон, Hey, Swedish, we are getting attacked on Oblun, north. Enemy rally point at the marker. Yeah, I've noticed north side. I think the rally is spotted with the RT. Third rally. If an RT marker on the rally. Jackson, на моем поле, вот здесь. Ну, на юг движется, в этом направлении, сюда движется. Okay, hot club. Подсветил. У меня есть мой ответ, он пасвел? Подсветил, дальше я его не увижу, не могу вести. Последний спот движется на юг. Is the enemy rally down on... We got the rally on Baker 6, Jackson to the north. Awesome, nice. Смотрите, у нас машинка движется отсюда. Don't worry. Кир снял танк. Убил. Отлично, смотри, машинка еще движется по дороге. Вот сюда, машинка движется сюда. Отсветил джипик. Нет, еще живой, пехота там живая. Убили все. There's still enemy infantry northeast of Oblun in the forest. Ралли уничтожен. Где они тут раллика по секрету оставили на перекрестке? Rally free blocked. Rally free blocked. Охренеть. Free blocked. Какой это был отряд? Какие там ноги? Может это HQ там или... У них есть специальный отряд, который... Самолет пролетал прямо меня, Lightning. Принял. На этот бою полетел на северную точку. Enemy glider just northwest of Overloon. Whoever's in that yak panther needs to take it out. Say again, on Sissy. What did you say? There's an enemy glider northwest of Overloon. The yak panther should see it. Yeah, Roger. Это шрек вы спросите, не купил. Sissy, ближе к тайгеру на main base. Я take it. Вроде МП-40 возле на крыше был, там где патроны. Tiger, King Tiger is free to take. Тигр, кто им хочет, он свободен. Yeah, the glider's still there. Tell our tank to shoot it. Maybe he doesn't know to shoot. Где там МП-40, да? He needs to turn to his left. Wolf, shoot the glider to your left.
По мне стреляют. О. По мне кажется, с юга стреляют. Turn left, shoot that glider. Возьмите тигр, тигр. Да, арта по флагу, сейчас будет атака. Смотрите, перед годовым противник. И у нас, по-моему, ралик упал, да. У нас упал ралик, два человека отступите на... Там время, наверное, кончилось. Да-да-да. Два человека сюда отступили. А Hookcliff, I think I got one of them. Buy the shirt, full enemy squad. Full enemy squad, buy the shirt and open it. А, ты там появился. Далеко. Оперёнок, подойди на мой так. Под да, на да, левик, 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 левик. Альца хан был. Какие? По-моему, на север, с западом идет. Томас? Yes. Suicide, spawn glider, go. Смотрите, это работает, значит, где-то рядом, как минимум, спот. Скорее всего, ты испанцы. Раз ты Испанцы. Да-да, слева от тебя куда? Вот откуда, откуда отсюда стрелял. Я не видел. My guy, my tanker is in a tank right now. Очень далеко, но это наверное там. I already told you, you can take the King Tiger. My tanker is in another tank. Yeah, someone else, just bring it to the hot club. Just Cometos, get inside Cometos and bring my it there. Мне ж температурить начал. Come on, Cometos. Who is not on CC, what do you need? I wanted you to spawn on the main base, but it's too late. Put the clearing out to... Enemy truck moving south. Rally freeze block. Yeah, I know, but... Там где-то в районе метки снайпер. Снайпер, да. Понял. Он наверняка спотер. Там не стреляют. Там да. Надо вынуть секретную найти. Пометил. А вот, да-да-да. Бьёшь погоду? Да, попробую. Гудал, гудал, гудал. Джексон, Джексон, Джексон из города едет. С метки. Блядь. Он, скорее всего, не знает, что ты здесь. Он знает. Мне папа спутал снайпер. Alright, we got Lander Blue. Я снайпер. Use some reinforcements. Keep defending it, keep defending it, but Donbass go for the sink for Blue. Снайпер, снайпер. I mean, there is mines on the entrances of Bakhmut. Don't drive inside. Go back. It's anti-tank mines. You wanted me to sneak to Overloon? Yes. And not Overloon, but Lumba Drift. Lumba Drift. Oh, Lumba Drift. Смотрите, по дороге идет пехота. Там танк, никто не говорит. Кто там впереди? Я же говорил, что там Джексон. Там не Джексон, там Хелкет. Или Хелкет, я не помню, как он называется. Без разницы. Джекс. Джексон, это М36. Прямо рядом с ним был. Прямо рядом, вот со мной там был. Пехота заходит. Пехота заходит наглую. Идет с метки. Маунтин Фокс, у тебя есть этот микрофон? Да, есть. А что он ничего не говорит? Да потому что я его не видел. Что ты говоришь? Я не видел его, говорю. Прямо перед тобой в двух метрах. Я не ты его только убил. Я его не видел, я буквально шел с вас. Где я? Где она? Ну понимаем, как. Пока никого нету, да. Пойти в плюски не в лесу. Я смотрю, нету их.
А нам опять артиллерия. Я этого артиллерийского гантона найду и потушу. Мне на севере кто-то стрелял. Смотри. Как я ненавижу Джонни. Артиллерийцы не такие. Он тебя не утрошил. А он ему побольше. Я горячий мексиканец, выходи со мной на танец. Это тот же снайпер, который стреляет. Enemy deep, south of Oblivion. А он на мейне сидит или он вообще шатается где-то? Да, да, он на мейне. Блядь, какой он. Его там банк убил прям на базе с этого самолета, которого он базуки. Причем он был на мейне. Мега хорош. Пойду помогу взять точку. Я не помню. Ну, что-то кажется, что... Паблик точно можно на мейне атаковать, а тут... Нет, тут нельзя, вот это очень нельзя. Раньше можно было. Нельзя, да. Право. Предкут. Разные, может, некоторые. Нельзя атаковать артиллерию, но можно атаковать зенит. Где был снайпер? Потому что по мне кто-то стреляет. Он в этом вот, в районе метки где-то. А, значит, он по мне стреляет. А мне его без бинокля не увижу, конечно. Это печально. Да я не довижу. А вот кого-то вижу у маркера в лесу. Угу. Да, заспотил одного. Надо бы, наверное, там шороху навести. Мне кажется, там пулемет стреляет. Да, походу. Воспользовался, смотрите мне. Можно до метки быстро на машину стрелять? Нет. Метку брось на него прям. Раз, он стреляет. Убил. 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 Че, на джипике загонять к этим помочь, не? Куда? Они уже ралли потеряли. На лунга? Да. Да, это снайпер был. Надо кому снайпер как-то вот рядом со мной? Нет, нет. Давай. Давай мне. Этот, мы все-таки сгоняем, Вы кричите, если... Давайте. Бери, оперенок. Там в этот СТГшка, скорее всего, заполнится, я тебе передам, Лёлик, и чё? Исти надо. East of Church, enemy rally. East of Church on Oblood, enemy rally. Дуру, да? Копи. А надо в подземелье попасть. Dungeons and Dragons. D&D. Лёлик? Чверки, вот, да, за что? Что? Лёлик, ты где? А, мне надо... Мне не надо, спасибо. Ну ладно. Меня все равно Джонни накроют из артиллерии. Как говорится, как бы не получишь мне на целый прицел. Артиллерия тебя все равно закопает. Там тебе? Мам. Да. Давай. Пошли наверх, там СТГшка должна быть. Надо передать. Да, снайпер не очень в этом плане. А, блядь. Хорошо. Оперативная передача китов. Тим 800. 5-5-5-3-5-3. Хочу пулемета с приближением, как в Project Reality. Мечтать не вредно. Вот бы было приближение, как бы ты нажал на приближение.
Copy. That spawns over though. Сделаем так, значит, на машинке я попробую где-нибудь на юге и пешком пройти дальше на Сверт, или как это называется. Вашу мать, все машины как-то украли. Так, все сели. Поехали, поехали. Сука, ну... Сука, урод. Будь. Да, Руста. Какой пароль? Пароль Happy End. Слип на одним словом и не могу альтернуться. Где Рой? А, он летает. Может, захватим этот, нет? Нет. Бежать дальше. Да, чувак. Эй-эй. Я светил стену. А, меня куда вот такой нахуй. Я прямиком поеду. Да, да. А. Вы срали твой кен, въезжайте во флагзон, во флагзон въезжайте. Это все. Бакаку, мои боевые шлюхи. Ой. Alright, we got armor at Overland. Блин, это что-то есть. Залази быстрее. Быстрее залази ко мне. А, нет, года в машинке, машинке. Сорян. Ты мог не съезжать. Давайте, ралик у нас есть. Там враги есть? Да, с юга, полно. Заходит с юга. А, отсюда. Ой, там ко мне кто-то заходит. Рандом. Ой, мой танк сейчас будет выезжать. Спотти. Wreckers, move out to keep your guys out and sneak to pass off by yourself. 20 секунд. Даже меньше, 10. You can make a... Правильный? Да, мой. Сейчас ты можешь сделать ролик на паспорте прямо внутри, если в самом... Серёнок, пошли ролик. Ну, я сначала посмотрю, как я пройду, а потом... Так, тут танк, танк. В самом юго-восточном ты можешь... Вот пометки, блин. Кинуть около второго ролика, вот тут пометки. В доме в главном. Ну, наверное, Пантлер. Нет, он не в главном, он, наверное, в главном. Between слева где-то. Swedish Green, move your people a bit in the forest. South-west, south-east. The Western artillery fire on my marker. Enemy Sherman and infantry. Защищаем флаг. Что? Танк вот-вот-вот движется к метке. Enemy Sherman spotted the south. Wreckers, I guess you held it up. Твою мать, ну ляж. Не, мавету хасфель. Не вижу. Да? Был живой там-там. Танк вынесли, я не понял.
Лёлик, Литвин, где-то среди вас тоже. Нет, нет, смотрите, у нас на стороне раллика пехота. Ставьте раллик, два человека. Ставьте раллик, два человека. Сейчас мы берем флот. Вот здесь поставьте раллик. Подожди, Лёлик, флаг возьмём, сейчас возьмём. Germans, if you lose the flag, if you lose the rally, retreat to Wanderblüten, okay? Okay. Ha ha ha! Squad 2, Basca, do you see enemy tanks? We destroyed one of them, but other than that, okay. No other tanks. Hey, copy. West of our rally, in the opening, there's possibly an enemy tank over there. Блин, надо вот. А говорят, что возможно к западу. They have. I stretched that they have a new rally. Good job, Germans. Good job. Так, народ, ставьте ралли. Вот с этой стороны лучше, с этой стороны лучше поставьте ралли. Возможно, там к западу. So if you have some spots. Yeah, binocle, нет. Sorry, I didn't hear. We got a lot of pressure at Lund. We will lose it again, maybe. Okay. Займите АТ пушку. АТ пушку займите. Так, я слышу какой-то двигатель, мне кажется, кьюб от меня, но я не уверен. Ой, ладно, слушай, я вышел. Есть. На втором рейде на юге есть. Нет, наверное, нет. Все-таки это, наверное, ты был. Да, к югу, ну смотрите, с юга дорога, с юга пехота, переходил дорогу. Хоть и второй отряд. Да, right, Germans, retreat to Wanderblüten. Copy. Admins, you can start sneaking to border region. Border region. We under attack on Hutskere. Hulk. Enemy rally point in the forest at Echo 7, cursed. Copy, Echo 7. Говорят, что смотрите, подавлен второй ралли подавлен. А где коробка с патронами есть, точно? Патроны, по-моему, где магазин? Ой, ё! Подкараулил меня. Там на точке, короче, где снайперские брать, такая открытая веранда, где этот, там чел с карабином сидит. Мина. Мы флаг потеряли? Ну, с еще этого, да, ралли поставьте. Ждите, я иду на... Я понял, мы флаг потеряли. Я сейчас рискну с вами. Так, мертвый не спаунти, ждите свой раллик. Всей толпой пойдем на пасфельд. Гон, уберите их, наверное. Я понял. CC, Азакин, Тагер, Сфрит, Уиз? Yeah, it is. Окей. We're under attack, Эверлайн. Хорошо, я понял. Keep так, defending. Тихо, ждем. Меня машина проезжает, меня танк проезжает. Что около тебя проезжало? А танк проезжал где-то вот в этом районе, двигался на восток. Понял. А на восток в сторону Хотки и Клефа. Понял. Так, народ готов, сейчас будет ралик. Who's flying? Кирс, третий отряд, поддерживать или нет? You're flying the Gladden, right? Третий, yeah. Да, поддержи, когда мы не проезжаем. Okay, landed for C. Admins. Так, Silver, if you're not under attack, do suicide and attack border A from glider, okay? Copy. Destroy Pasca. Смотрите за минами. Swedish, how's it going at Hot? Hot. We need flagging it. Да, okay, good job. С крыши можно поднимать флаг.
Я слышу речь американскую. Алик, да, Алик, кстати, туда можно поставить. Встань там еще. Давайте берем флаг, укладываем в семейную. Я слышал американцев в каком-то из цеху. На крыше был один. Так, надо появиться станет мини. А. Я возьму сейчас снайперку, буду мне бегать. Молодец какой-то. Good job, Карст. Кто-то должен взять Панзерфауст. Нет, нет, лучше... А, я, on the Audimarker, on the Audimarker, enemy, там, enemy rally point. Танковые. Они спавнятся. А меня... Так, на, еще противник на флаге. Good job. Right, we're gonna be wiped out of Overland, so I don't know where you want to go next. I didn't hear you, Geo, can you repeat? We're gonna be wiped out at Overland. На западе. Западная сторона. Alright. Вот за серым зданием, за серым зданием. Так, и где-то, мне кажется... We're just keeping them busy down here. Я слышал ралик на, блин, вот... Yeah, keep a pressure. Светло-серое здание, где-то идти, мне кажется, ралик. Yeah, they got a ralik. На этот, на машинах, okay. По-моему. Ну не ралик, там пехота. Убил на крыше. Так, надо противотанковые мины, оперенок. We're capturing Hood's garage. Okay. Кир, скинь на меня маркер. Кто там бокс? Для мин. I'm wiped out. What do you want me to do? На метке амбокс. I spawned at Border E once admin captured it. Roger. Не выпекайте меня, не быстро надо выпекать, мы тут должны защищать. Ну куда ты лег? Да, народ. Oh, never mind. Я спавнил with shit ton of AT, Thomas. Border E. Enemy recon plane about Kuznetsov, about me, over here down south. Kuznetskoye. Foxtrot 7, Foxtrot 7. Copy. It's flying north, coming towards our main base. Взял мины, я танковые, кидай на входы на все, ты максимум 5 мин можешь кинуть, перезаряжай рейхеры. Окей, адвенс, can you spawn at Hot's Grave? По танкам можно 5 кинуть? Да, пехотных трюк, я танковых 5. По-моему, 3. Я с пехотой на флаге, смотрите, пока подсвечен. Светло-серое здание. Так, я буду на юге, если что... Верно, что это флаг? О, враг. Как враг был подсвечен? Ладно, забейте. Расставляйте мины, главные выездные противотанковыми и все проломы противопехотные. Вражеский разведчик. Где? Да, под нашим флагом, да. За а тебя. А, я еще как раз. Я заспотил его. They're coming from the Army marker. Сбит. Enemy scout plane down. Джипик ко мне. Ладно. Теперь на тот мина. Народ, смотрите, джипик на подсветили. Понимаю. А где самые патроны? Потому что на метке ни хера помню нет. Thanks, Royal. Здесь. Always welcome. Advance enemy rally point right on you at Hot's Grave. Enemy, two enemies north west of you. Чувак, really close to you. Ну это он одиночку, он отвлекал. Какой-то танк подъезжает. Еще большой выход, оперенок. 76-й Шерман. Я патроны пытаюсь найти. На марке! Ну тут ни хера. Копия просто. На марке, там ящичек коричневый. А, прям на этом. На крыше. Enemy tank. Не на крыше, он на полу лежит. Enemy tank F4. А ну иди ты нахер, чмо. Народ заходит с запада. С запада машины приезжают.
Там будет заминирован. Не очень. Выходите за стену. Hold on, my radio, выходите, что вы там делаете? Апачи смотри, в флаг-зоне. Never mind, we wiped out. Yeah, spawn on Wonder Bluten, go for Overloon. Смотрите, там наш флаг падает, флаг падает. Кирс, I'm gonna drop supplies on you. Я капаю. Блять. Enemy artillery is firing at Hootcleft. They might be trying to attack us now. У нас Panzerfaust заблокированы. Сиси, we need one Panzerfaust. Panzerschreck, someone. Yes, у нас Sherman. Someone, three Panzerschreck cockpit. А все, вроде разбился. Так, у нас на флаге танк. Да, Сиси, я успею подбежать. Да мы все еще от маркера. Да, они заходят с запада. А на флаге дымой. Они на крыше маленького домика того, у маркера. Минус панцер. Так, отлично, танк убили. На востоке. На западе, We need help at asphalt. Okay, that spawns asphalt. Противник с метки. They coming from west, northwest. Хотел зарезать, понял? Прям много сметки идут. Да это до хрена, и там еще танчик будет легкий. I think there's Spitfire still flying above Hootcleft. Одного снял. No, I'm fighting this thing. Маленький танчик рядом с вами. Он же не въехал. Да и нет, он снаружи. Противник по флаг-зоне. Это 12-й. Spawn password. Assist them. Противник по флаг-зоне. Аллард. Флаг падает, блядь. Флаг падает, флаг падает. Я землеполитель, я падаю. Два выстрела в него попало, он не сдох. Из гивера. У них... Он реально дёргался. Урод. Печь на маркере. Там на пехотинец в воронке. Маркер убрал. А еще один танк подъезжает. Вы входы заминировали, нет? Нет, а у нас постоянно чуваки умирают именно по так, смотрите, с юга заезжает машинка. Машинка, да. Две машинки въезжают. Oh, no, are you... I thought you were not playing artillery. Half track. I was flying the scout plane for the whole time. I've given you so many spots. На мне танк, sorry мне about танк. That. Четыре машины. Сука. Ой, блядь, господи. Они просто машинку дражат. Могут в трубе каменный. А, вот. Все, отлично. Вперед. Красава. А, блин, какого... Восток заезжают. Народ, выйдите все, зайдите в сквад. Оу. Все, заходите. Что такое? Я случайно вышел. Урода. Где противник? У трубы разбитый один. Двое Вас, у трубы. С юга. Вот отсюда. Там машинка катается и пехота. Блядь, пехота на флаг бежит. Пехота уже на флаге. Блядь. Прометки танк. На флаге уже пехота на флаге. Хорошее место для Радика. Enemy bomber above me. Место это хорошее, пехота это все равно в флаг-зоне. Флаг почти упал, народ. Try to use a gun if you can. I will take my...
Да, блядь, я не могу. Van der Flitten is under attack. You need death spawns? Чью сторону флаг движется? Нашу. Yeah, maybe some reinforcement temporarily, if you believe me. Alright, we need death spawns from under Flitten. Он сейчас может, танк может наш ралли еще убить. Он не убьет, он не пойдет с той стороны, если он только с востока зайдет. Там Лёлик просто... О, Лёлик под... в нашем цеху под раликом враги. Отлично, Лёлик. I'm an HQ. В нашем цеху под раликом враги. Battle chat is for purpose. А они крыши не могут пробить. Враги, блядь. А подожди, no, say that HQ is allowed to do all chat, but yeah, it is fair. В цех нельзя войти в наш или что? Можно. Это тут двери закрыты. Там okay, они, like, они, они в трубу залезли, они все взяли. И вот в этом цеху, они такого убили. На нашем ралике, наш ралик будет закончился. Он его не взорвали. Ставьте ралик на том же самом месте. Но там противник. Вот здесь. На крыше противник. Я же говорю, что там противник заходит с стороны нашего ралика. Со стороны метки. Я как раз на метке. Ну, наверное, убили. Там снайпер. Ставьте ралик на метке, на обратном склоне. Крышу. На крыше кто? Враг или свой? Свой. Потом бег стали на штурме. Так убивают, да. Тише убивают. Только что там был, никого не видел. Мы только что убили человека. Где вам стрелять? Метку. А нет, пока негде. Убил на метке. По нам танк шмаляет. Ну отлично. Тогда вот он. Танк. Карик поставьте. Да, я иду, ну хорошо, сейчас залезу. Как мне надоели эта пехота. Вот маг с вами. А ралик, кстати, никто не поставил. Так, Лёсик, чуть пониже. А, так, ко мне танк подъезжает, кажется. Да. Всё, пехоты нету. Не могу подсветить. Ралик готов. Светил. Так. Заменил. Да. Давай, вперёд. Я в тебя верю. Германс, get it back. Бельду. Я попал. Ракета об стул взорвалась. Swedish, if it's not happening at Overloon, you might... Oh, we never can't mind. Never hold mind. Hold on, just trust in me, bro, I got this. Горит. You've been doing that for past 10 minutes, I thought you're not gonna make it. Горит, yeah, я с ними time, это I'll take it eventually. Противник был на первой. Alright, set up defense here now. У нас с востока первый заборщик был, заходит противник с метки. Народ, не выбегайте за танк, вы их не убьете. Сосредоточьтесь на уничтожении пехоты. Один у воронки есть. Под первым радиком. Admins, can you spawn at hood cleft, please? Tank minus. I'm under attack here at the B4. Well... They did a sneak attack. Okay. You're noob, Bombas. Anyway, Admins, can you spawn on password? Can you copy? На крыше, на? А не на крыше? Да, на крыше. Да, наш ральк подавлен. Наш ральк минус. I'm currently tanking... Go for Houtklev, Admins. Там танк откроет, еще появится. С западной стороны. Вот в районе метки танк. Я, once you... Houtklev under attack, dead people spawn there. Что на метке? А перенок на метке там крышу скажешь там. Где-то танк там был, не знаю где он. А нет, 75 обычный шарм, по-моему. Вот он где-то здесь, вот помечен. Да. На мне джипик.
Arty, Arty, on the flag zone, on the flag zone, Arty, it's spotted. Сзади, Грейхаунд. Васив. Где? Сзади кого? Чё, где? А Грейхаунд вот движется сюда по... Artillery on the Quintus, artillery marker. Дальше уходит на восток. Да, на восток уходит дальше. Мимо нас уходит. Я его уничтожил. Тут выезд. Я. Volunteer for a scout plane. Ралик поставьте, народ. Scout plane? Nah. На крыше там же поставьте ралик. I can use it. When I wait in command. We've lost the overloon. Might be wiped out, but not sure yet. No, Swedish, go for Houts. Go for Houts and Hart. Sorry, Houts. Houts are Getty. Yeah, alright. Ешь, почему панцирь четвертый в твою сторону работает? Не работает в мою сторону. Разве? Нет. Ну, просто я бы заметил это. А вы можете его починить, четверку? На искрит. Да нет, у нас минеров. А что, good job, good job. А потому что все забили хрен. Хорошо. Понимаешь ли, в чем дело, Кирс? После каждой мины пропадают, и поэтому we need one of the AT kits, so ask some of the other squads to let them go if they can. Hey, we need AT kit over Booteridge. Смотрите, там 5 танк заходит за Booteridge. Don't hog the AT. Кто на поле? На поле кто? Готов. Е4, там М18 китайцы. Джипик за наглу запада. Сгоняй в Е4. Е4. Alright, Донбасс, go for Lumba Drift. Never mind. Okay. Иосиф, я мины кидаю аккуратно. Hold on, the glider's gonna spawn in a few seconds. Hold your spawn and go for Lumba Drift as soon as you can, Донбасс. Swedish, Roger. Keep going for Houts and Green. Kirst, tell your people to go back. Вражеские дымные точки. В нашем ралике, да, как танк задымляет. У нас со стороны ралика, народ, во флаг зону обратно. Со стороны нашего ралика, с востока заходит. Восток, юго-восток. В ангаре трое. Так, вы сможете ралик потом переставить вот здесь? А, нет. Не, ралик норм, это они снизу его блочат. У нас флаг падает. Они круто работают, я вам скажу. Братья, не понимаю, где они? When does the glider spawn? Везде. Восток, юго-восток, северо-восток. Так, с юга, вот, смотрите, в западной стенке машинка. Блин, по-моему, на рельсах есть враг с снайперской винтовкой. Блять. Самолет, по-моему, где? Прямо над нами, прямо над флагом. Какой? Западом цеху противник. Already got people in the flag zone. Одномоток. Я там подсвечен. Bullshit. Spawn on the main base by yourself and someone else. Этот самый Небрежный, как он там называется? Hotskarin. Hotskarin. Oh, ladder just spawned. Западная сторона, западная северная сторона Хелхед. Yeah, take the glider to the Lumba Drift. Хелхед прям на флаг заехал. Флаг падает. Сранка нету. Yeah, Geocraft's gonna take the glider. Okay. I'll climb, I'm on scout plane. So yeah. Надо поставить ралик на вот в этом маленьком сером здании. Там можно поставить ралик? Это будет ралик point. Готово. Can you reach Passville, Outlaw? Alright, glider got killed by their panther. Там еще шерма четвертая. Как зона вперед, вперед, вперед. Окей, отлично. Там, где наш ралли был, есть на том... Can you get the regen over Hill to Getty? There's nothing on my spot out there, I was just checking. Fine. Давайте поднимаем карту. Уничтожить вражеский район.
точно. Там не наш противник на крыше, там где синий наш. Очень медленно поднимаю. Больше людей флаг зону. Чарим, сначала берем флаг, потом убиваем недобитков. А танк в флаг зоне. Ах ты урод. Они где-то рядом, где-то на, выдавали. На крыше снайперский, снимите его. Прямо на самой покровке. Yeah, I think we lost password. No, you didn't. Yes, we did. It's just a matter of time. I refuse to believe that. It's your problem. The attack at what reverse? If you believe we are capturing. We just need some tanks in here to actually capture it. What should we do from zone? Yeah, we're under attack. Captain Limbridge. Yeah, we can use some damage. Давайте, флаг идет в нашу сторону. Минус ролик. Да, да, один за мной, один за мной, за мной один. Не ранен. Винтов нет. Мы за мной кто? За мной. Enemy Sherman at the end of field at Foxtrot 5, approaching Foxtrot 6, overlooking Hoodcliff. Машинка заезжает. Машинка на юге, да. Грейхаунд там же. По флаг в зону. Народ, по флаг в зону. Сначала берем флаг, потом ставим, отбиваем. Еще машинка связана. Enemy tanks south of Alter. House 3. Почти взяли, почти взяли. Что я народ? Больше людей. Yeah, we got back. Seekers. I told you. Told you. Кто-нибудь появитесь минером, инженером. Thanks, house. Kill it. South of House 3. Сейчас пойду. Откуда гады сзади? Танк, Hellcat, западная сторона. Керст, тот враг. А, ладно, далеко. Прямо передо мной, в углу за водонапорной башней. Да хера их там. Артанин не достреливает наш до флага? Нет, не достреливает. Нет, не достреливает. Противник во флаг зону входит просто нагло с главного входа. Они вот заходят с этой стороны. А с этой стороны заходит, флаг падает. We complain over Hoots Agarin. Люди, come on, Blue Drift. Dead spawns, Blue Drift, come on. That I'll just spawn, dead spawns. Hold. Подойдите кто-нибудь на флаг оперенок там, кто еще? Противник. По флаг зону, по флаг зону. Они сейчас поднимут. Yeah, I don't think so, never mind. Нет, не поднимать все. У американцев есть пантера. Держите флаг. Да. Минус М8. Что? Флаг? Where do you want me to attack at, CC? There is a conversion glider, hold on. Spawn on Hautclef. Да ёпта, object. I'll just go over then. Just spawn there. Меня эти карабины просто... Если взять всю статистику, то только карабины меня за этот бой убивают. Господи. Спаунтись... Recon, can we get a recon airplane to the west of Hoodskerry? Sorry, what? Can we get a recon plane west of Hoodskerry? Давайте я вас поддержу. No, it's repairing right now. Well, as soon as it's able. Yes, sure. Just keep уезжай. Static truck. Давайте сразу заходите. Which is undrivable. Танки, полите. Да ёб... Куда ты дальше? Там... Так я с тобой назвал, сладко. Чё, глядя спун, where they want. Бордери. Ты мы по флагзону. Бордери, что? Эй, there is a jeep check the cathedral, come on, Донбасс, where are you? Донбасс, you were supposed to go Hautclef.
Can I get Artie on my marker, please? I'm dead. I just won. Она прямо крайне жидкость. Смокер. Они смокер сейчас. Ко мне один ближний. На подсоседе. Сато Хотклэп. Мини сроди. Сапор, просто подойдите к Керсту, пожалуйста. А, ладно, я попробую. Пошел на Z, все еще в раллии. But check for enemy rally point anyway, at the south of Hotclap. А, нашел ралик, на меня вражеский ралик. Керст, ставь свой, я не могу больше. Ближе подойти не могу. Сейчас поставлю свой. Готово. Ну, в смысле, это не свой, по полной. Окей, keep holding the flag. Бантера заехала прям на ту. Ask for reinforcements if you need to stop attacks. Curse, that includes you as well. We need to... We cannot waste any more minutes. Так, народ, сейчас... Check my spot out. Народ, те, кто умирает, не спаутите ралики. Спаутитесь на Хауткэф. Где Бантера? Там атака? Too bad. Нет, мы сохраняем тикеты. Cursed. Yeah, I know. Spawn at Overloon. Я больше тикетов буду убивать. Overloon, капе. No, wait. Cursed, hold your spawn. Okay, капе. Spawn on glider, go for glider. No, dump punk, no attacks. Come on, don't have the tickets for it. We need to blink them. Bordery isn't defended. Cursed, go for bordery. Go for bordering, Kirsten. No. We need to save tickets. I shall not hot cliff. Так, все на hot cliff. Не знаю, вот уходи оттуда. Уходи, там у тебя был этот самый Хелкен. Народ, держим hot cliff. Okay, don't spawn on the glider. Everyone, tell your people not to spawn on the glider. He was trying to fly it away. We're under attack and Ultia, yeah, Mike is in Death Spawns. Death Spawns, Death Spawns, how close the... Право на поле. Yes, what 6th hot click? Hold, под атакой. Get the flag back. Hey guys at Overloon, y'all need a rally. Rally 5 is not being used, so. Up there, слишком близко. 1 and 2 need a set of rally. Just a squad leader rally is enough. Да, всё уже. These tickets. На машинке прямо в центре, не перекрёстке. We have our rally for the Huzagiriya, we're gonna attack it and help the West Swedish team. Okay. We got wiped out of those, Kitty. We're gonna re-attack it. Вот зря там панк просил сразу появляться на ход к Лифе, ну то есть... Надо было нам ждать. Просил, он вообще хотел, чтобы мы открывали порты. Я имею в виду, появляться вообще не нужно было, потому что надо было ждать, когда атака появится. Ну да. Я не подумал. Я его рогатинский рот наоборот. Урод. Поработать. Your order is to hold on the entire route. No.
No, defend main base. Yeah, где мои люди? Мой ко мне машинку. Погнали. I got a tummy ache. Быра. Последний даром будет. И мы с тобой будем играть. А это еще что-то, блин, ну что? Я выйти не могу, что-нибудь выйдите. F1 и выходите, F1 и выходите. Да, да. Двигайся на порт, блин. Наверное, машина должна тут появиться. Да. Машинка перевернулась на бок. Не так. Керст ее завалил на бок вот так вот. Ну она на этом, на кратере подскочила. Завалилась на бок. Она не была порой мне Alright, we need help, Overland. Да, что ты видел? Приехала в Лукашенко. Да-да-да, джипик. О, сейчас мы его пенетируем. Сами не попробуем. Машинку, на флаге. Ой, Иосиф. I've got armor on Overland flag. Keep spotting that armor. There's tank support coming right your way. Иосиф, что ты вышел? Вроде был тут. За дверствонкой. Во-первых, он тут налево поворачивает. Тут урод. Ой, по нему начал стоять, он ракет будет. Шерман едет, Шерман. А Шерман метр, Шерман. Я ничего не сделал. Ради арта вынесла. Сейчас будет. О, вынесли. Этого. Вынесли. Да, он захвался арту. Прикройте меня, кто-то. Тут очень много врагов. Да, рядом с тобой. Меня прям сзади надо прикрывать. Да, я за тобой. Я флаг беру. Давайте заходите прям ко мне сюда. Иду. Сейчас за тобой. В этом самом проеме, в дырке. В бакаже, в дырке. Мазука сзади. Да, вот это он. Сейчас я с этим самым инженером исполнил. Иосиф тоже на ралли появился, на полный раллик. You gotta have a engineer kit. Мы почти опустили. Вынес. Буду, живи, сейчас я с ключом подбегу. Я поднимаю слава, поднимаю. Иосиф, можешь... We're capturing Lumba, Dave, but there's enemy airplane above. The fucking glider is flying above us. Я возьму флаг. Там в окопе трое противников было. Бля, я сделал.
We got enemy glider incoming towards us. Oh, you got an A. Who did he? Вот это удачно. Да. Nevermind, the glider blew up. Иосиф, там еще есть враги? Кажется, к северу от нас будет. Well, we can't capture Loombedif. We captured Loombedif. Well, we lost Overland. Вот тут севернее покажем. Well, I can come over there and help. Keep fighting for that, yeah. Кажется, you stay at Loombedif. Okay. Мы обороняемся здесь. Двухстволка, прикол. Но лучше противопехотные мины. Тут где-то была снайперка у Патефона. Да, была снайперка, только не у Патефона, а внизу, в траншее. Не-не-не, но она, да, у Патефона внизу. Вот я добрал ее. Смотри. Блядь, я никогда не вижу через багаж. А там все по нам работает. Да? Кстати, будьте аккуратнее, меня убило в траншее, когда вот в этой, внутри. Когда арта снаружи ударила, что-то там. Enemy Panzer 4, spotted. What do you want us to do? Enemy Panzer 4, spotted on the other marker. Keep fighting for Overlone. Take a BMW or something. Кирс, нам нужен ралик. А, он стоит за мной. Я вынес самолет, я взорвал самолет. Отлично. Сейчас я приду. Так, не меня кидаю, отойдите. Ройер, я взорвал самолет, слышал? Да, слышал. Какой был? Как с ракетницей. What's the tank at the main base? Who's that for? Разведчик. You can take it. Кирс, давай лучше там, где был. DC Ward. Где? Ну, давай кидай, пофигу. Я перезарядиться. Я на разлике перезаряжаюсь, не знаю, вот этот. What? Так, смотри ты на мин там аккуратнее. Кирс, нам какого-нибудь бинокля вперед, хотя бы, чтобы видеть. Я сам пойду, у меня под бинокля нет. Я буду кидать. Я чуть выдвинусь. Так, а это наша машинка. Mom, make some spots for me. Машинка северная, только Керст, по-моему. Танк. К нам шаг на ней. Так, ты дам, джамба. Над нами истребитель, я его... Понял. Заскочил, вот что-то. Величина. На базу полетел. Где-то крутит, вот где перед тобой где-то крутится. Вижу. Glider south, enemy glider south. Вижу. Да, не буду, пантера движется с метки. В твою сторону. Spotted. They need help with fuse clamp. Spotted. He's going for brother. Я понял, буду сидеть шкирить. Все сбит. А нет, это не пантера, это кажется джамба. Он горит, не жаба, но он горит, Enemy glider to the southwest of Boudery. На метке он? Да, стреляй. Ну, отпад. Ты сволочь, Райд. Да, его сняли. Вроде уничтожен. Okay, Jamal's just running rally and keep defending. It's not a big deal if you lose half life. Enemy glider Alpha 5 or Bravo 5. Танки на фу. Right, Steph. Something exploded there. Танки пустой был. Charlie 5. Ждать. Ты в танке кого-нибудь убил? Нет, я получил очко ассист. Очко. So it's dead? Очко. Пустой был, да?
Alright, I'll send him booth to check it out. Не серьезно. Так, около меня, южнее меня джипит. Requesting artillery fire on my marker, north of Overloon. North of Overloon. Стреляю тут недалеко от флага, по-моему. Да, вот где-то там, блин, вот, по-моему, где-то тут джипит ехал. Он заехал. Что заехал? Джипик, джипик, джипик. Слушай, на хоткей нажимаю. Блядь, сзади меня враг. Враги сзади меня. Слушай. Rally 5 is blocked, by the way. Сзади меня враги, блядь, дуя. Да, понял. Вот в этом районе, народ. Наш ралли убили, там еще один враг остался. Понял. А куда ты шел? Они обошли, наверное. Они, наверное, обошли с запада. Сейчас будет раллик. Нет, скажи, скажи. Дафтбанку пускай римка, блядь, не скинь. Ой, его... А, Дафтбанк, на марке для арты, один на марке. C2. Один на марке для арты. Что на марке? No gliders spotted. На марке ничего, на году на ящик скинуть. Не, противник, противник. Squad 6, you need armor support up there. No, we don't need armor support, we need our repair. Там не противник, блядь. Alright. Дымы пусти, дымы пусти. Мне хана сейчас будет. Разведчик. Я рядом с тобой. Ты не перед тобою? Где-то да, вот дымы они пустили. Чё, иду искать. Так, а ты одного убил, а ты... Я ухожу, я горю, пиздец. Так, это Макпо, я вот его спаковываю. Так, да, Годл, там где-то они еще, там еще где-то около тебя. Они где-то спорт, спорт, вот где-то к востоку, к западу от тебя. Они бегут, наверное, вот с леса отсюда. Ой, я... Меня танк вынес. Не, ну флот держится. Меня убили, Пантера убил. Откуда? Спану на глазу. Где-то C2. Там где 2 оттуда, с поля. А, вову. Only you, not no one else. Of course, yeah. Who are you talking to? I'm talking to East 8. Я думаю, мы отбились или... Да. Нет. Нет. Нет, может, и отбились. Enemy tank at root left. А они могли затаиться, поэтому не расслабляйтесь. Пометки пантеры. Я там четверых убил, а там убил. Кажется, у нас стрельба. Я стрелял сейчас только что. А мина в траншеи на севере. Alright, Баска, hop. Okay, Баска, hop out of the glider when I land at Hoods. Estate, you stay. Stay in the glider estate. Copy. Where do I go? Мы втроем в пехоте. Мы втроем в пехоте. Да, кто будет улетел? А, Сталин ушел. Сталин ушел. Так, и тут он... Пехота движется с метки на юг. Испанцы с метки движутся на юг.
к этому, к домику. Что ж там снайперская винтовка? Alright, Баска... Кир, запроси помощь. Том, что я, Баска, hop out here. Stay, you stay. Да, какая помощь ему на остальном? Хоть кого-то, твоих хотя бы людей. Танчик на дороге, аккуратно, недалеко от ролика. Lunda drift under attack from Spanish squad, we need help. Okay, stay, tell your people to spawn at Lunda drift. Stay. Say again? Lunda drift, tell your people to spawn there. Prostack just AFK, or I mean, he's been in my spawn. Estate, estate. Yes. Tell your people to spawn on Lunda drift. You just did it. Okay. Знаешь, атаки сразу. There's a Panther on east side. Что? Я имею в виду, они что-то там не особо сильно не идут оттуда, только танчик катается и все. А нет, там есть есть прямо танка, есть прямо танка. Я же тебе говорю, что они под прикрытием танка движутся к нам что-то. See enemy squad around close to Panther at Lunda at Lunda drift. So we are supposed to attack over Lunda or attack over just stay around when your people die, make a rally and attack over them. Rally. You copy states? Смотри, Годо, вот это вот коричневое поле, где здесь Пантера. Наш сторон смотрит в сторону флага. Пидорас засал, в атаку не едет. Криси, блядь, сука, петрилы. Ройер. Ройер, is there a scout plane in the main base? Атака все еще идет, да? Over. Да, идет. С востока. Main. Убил Пантера, да, отлично. Пехоту. Показывайте мне быстро. Пехоту где? Так, пехоту. Пехоту. Убил Пенми Пантера, да. Я бы still have an enemy in front of here. Пехоту вражеская. Там, Пан, у нас всего трое пехотинцев, если ты... Ах, ты здесь? Так что на наш ответ не рассчитывай. Я могу переключаться очень быстро. Хитро, хитро. Хоба. Хитро, хитро, да. Жалею до этого раньше. Сделай на колесико, чтобы вообще прям это... Не, у меня на нумпаде, я могу, наверное, какой-то хочу такой переключить. Типа прям конкретно к нам на колесике это надо будет. Типа между всем. Видишь меня на юге? Я тут пустую машину и врага нашел. Да, они, по-моему, приехали тут. Не здесь. Эти колесо объехал. Я пойду обратно выдвинусь вперед. Глайдер у вас. Надо ради помощи поставить сторону. Да, вот там был вдвоем с компонентом. Он на мне, на моей на позиции, я поджег. Ставьте ролик. Я собью. Кинем у амбара, назад пирамидский. Все, глайдер принес. Вот мне не очень нравится. Да, что будет? Пехота вышла, нет? Нет, я его поджег и прошел. Красава. Да, тут было норм. Короче, тут я перезаряжался, и враги приехали, если это гранаты кинули. Так бы они брали, как это не наши, как не наши. Что у вас там? Что у вас там? Тут пока стих. Чисто, пока чисто. Отбили фрукты. Я кидаю мин, а вперёд нам будет каратней. Пока ты на флаге, и я... Можно мне помочь на Вандера? Enemy
Она морда пошла. Где-то рядом испанцы. Прямо на путь понимает у меня. Не езжай. Пас, он на них смотрит. Че у вас там? Наверное, так и будет. Где-то рядом спот, работает флагом. Hey, guys, do you need people or we... Now Germans need your orders. Germans, what? Can you attack Baswell? Of course, yeah. Oh, go ahead. I need Ari on the field, Pat. No, but it's around the mission of the Да, его все тяжело. А? Вообще не знаю, что потерять. Ну, я знаю, как потерять можно было. Ну, блин, не казалось. Чисто, короче, на точке никого. I think there are RP, Geo. No, there's enemy jump over fast. Мина, аккуратная, мина. Я вижу. Я весь север за мной. На флаг идите, короче. Донбасс. Yeah. Да, я понял. Да, на тебе. Си, Баска, do you hear enemy tanks? Окей, понятно. Самолет пролетел мимо меня, вражеский. Да, да, да. Меня с ним сбило. Едет что-то. Блядь. Промахнулся. Смотри, я вынес его. Нет, не вынес, не было на нафиг. Убил. Вот теперь Райта убил. Опять сбежал с танка. Он бросил танк. Кир, слышишь? Да, я слышал. Да, это я... можно. А, да. Ну, в смысле, это некрасиво просто. А почему? Танк горит, надо покидать, нормально, все правильно. Он ну, не знаю. Капитан идет. Капитан идет на дно с кораблем. Да, типа того. Бля, забираем точку, надо атаковать. Да, есть помоги. Соси, Паска, это enemy tanks от Вандервлета. Да, там танк. Ну, на флаге танк. Прямо вот здесь вот. Там ты ушел, это пехота. Да, они уж как потеряли, не возьмут. Я Вандервлойд, и it's over now. Ухожу. Да, уходи оттуда, они потеряли флаг. Вандервлюй из атаки. Я горю. Ну, я ничего не делаю. Там Питер мину поставил подо мной. Тварь, блядь. Я задним ходом еду. Си, дампанк? What, Kirst? Can you drop a ammo box on Godel? No, supply box on Godel. Я в ангар не буду резать. I cannot for now. No scout plane. Так, я сейчас к тебе куда подойду. Не пошла, все. Thanks and pass for that round. What? Я смотрю, не держу точку. I said the enemy tanks and pass for above down.
Alright. Whatever's going on the road at Passfeld on the south, there's a anti-tank mines. Don't go south of Passfeld on the road. С востока он там едет. Да послушай. Не-не, я упрогодовал. Где? На точке казалось. Враг на точке был? Да, только что убил американца в подвале. На электричестве. Наверное. Блин, как он? Squad 6, cursed, can you send some help at Vanderbilt? No, I cannot. Figured. Kirsten, let's go, Brock. Yeah, we have enemies at the London Drift. Okay. London Drift. Он был один, пока что. How about somebody sends help at... Alright, I'm gonna go. Он думал, короче, проверил мою комнату. Он, видимо, лох какой-то не увидел, в общем. Пошел дальше, ему пулю в спину пустил. Пасфальт. And I guess Lundin drift under safe for now. Окей. Два склада не могут взять точку. Танки, блин, не могут взять точку. Ну, там, знаешь, там мы... Могут мины кинуть. Правда, их тоже хорошо держали. Только мы мины так не попробую, попробуй туда прорваться. Давай, попробуй. Помочь. Ладно, Пасфальт берут и Хаткив. От хлевку. Хатка, мы теряем. И как это там американский флаг был? Нет, был наш. На пасфальте был американский. Там была пантера на марке или нет? С той стороны, да? Yes. А я не знаю. Может тут фаншот налогодовал. Пантера меня жжет. Кажется, на востоке машинка или грузовик. Нет? Нет, не слышал. Ладно, кажется. Послужили. Еду к вам на всех парах. Держитесь тут. Давай. Педаль в пол, давай. Эх, мне надо киллы набивать, а я сижу в обороне. Надо как ахтунг быть, 36 на 9. Need already on the rally. С автоматом. У него гивехов наверное. А нет, ничего, у него гарант. Машинка. Метка машинка. Давай, Власов, отбивай их. Горит. Она... Попадает чёрт. Он dead. Thank you. И нам ещё одна машинка. Это отвлекающая там была. И мы будут атаковать наш флаг всё-таки. Фашист. Влас. Американцы. Влас. Вот тут. Нам нужно будет помощь Кирсту, по-моему... мы втроём не удержим, не важно сколько флангов. Need help at Lund. Passfeld is good for now. That spawns at Lund Drift. That spawns at Lund Drift. Да, спортал дома, флаг. А метка пантера. Я хочу, отойти отсюда. На меня не бежат. Ха-ха. Дарк Тёма делает сосай. О. Блять, Пантера. Ну, вроде как, собираем, но... Опускаем. Slowly recapping loon, but we need help. Я вот, жди, а он с охранкой нет? Нет.
Но он рано было пропадать. Да подожди, еще возьмем, подождите. Прикройте меня, Пантера. Кэш, they are running towards your spot from the open field. Откуда он там сказал? Вы прикройте меня. Север. Все, один тот же. We might need help with this. Они в северные траншеи входят, Керст. Там они лежат. Меня походу сейчас убьют. Почти все. Они в северной части. You don't have a rally, Swedish. Yeah, I just noticed. We got so poor, I didn't notice, sorry. Well, that's done. Yeah, I figured. Invalid. Сука. Давай. Кирст. If you... Oh, you already spawned in. Never mind. Ребята, сейчас быстро спавнитесь на нас. Swedish spawned. Oh, damn it. We gotta take back, hold on. Я еду. Они, наверное, своего брата он возьмет. Да. Пока Власов не появляется. Alright, Swedish and Kirst, go for Overloon. Never mind. Swedish and... Yeah, go for border. Cursed, go for border. Так, мы переключаемся на border. Okay, rally point is down. Готов. Кукуем этот сам портер. Урод. Arty, I need Arty on the border, on the enemy Panther. Блять, мой танк уже забрали. Alright, first I can drop supplies if needed. А что на юге? Там мой танк забрали, Кирст. Someone took our Panther. We want it back. I don't think it is possible. I don't even know where it is. The tank is in front of me. The Panther is at Alpha 6. Let me check who has it. Blaze took the Panther tank. So I need the fucking Arty yesterday on border. Attack на glider sponge. Tommy. Твой Panther разбирал Blaze. Ну, скорее всего, у него нихуя не забрать.
Я не понимаю, нахуя, блядь, танки чужие. Да. Либо им не говорит никто, блядь, или командир. Разрешаю. There's nothing there, Данко. What the fuck, did I just kill a plane? Yeah, I flew over this plane. Don't worry, shit happened. We're capturing a battery. Еду на флаг. Слышно меня? Тут пехота, ралик. С восточной стороны, северо-восток, кажется. А, вот где-то здесь, отлично. Акула, двигай дальше на Арун. Что? Дальше на Арун двигай. Не останавливайся. Понял. Есть. Я вижу танчик. Вон там куда-то вышли. Остался в Мадалэн. Офбордер. Танчик в лесу ровно на Н. На Н. Он там с деревьями. Понял. Сейчас попробую. Чуть правее Н. Вот ты видишь меня? Стреляю. Копи. Could need some more help at Lundetriff. Two of us, you're flying the glider. That's right. One's flying, isn't it? Yep. Shoot, they landed at the Wonder of Luden, but okay. Watch out, something. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Ай, 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 son of a fucking bitch. CC, do you want us to stay at port or want something else? Временку кинешь? What's with this? No, stay at port. Yeah, Roger. Баска, move out to Loon. Это по Муэту, блядь. Дэд. Блядь. Готово. Тут... Это Панцерфаус. Баска. I was thinking about maybe we should go to Вандерблойтен. Sure. We are under attack at Hootcliff. Okay. Keep defending. We're under attack. Rally post. 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 Rally Они сейчас без нас возьмут. Good. Keep defending and bleed them out. С восточной стороны, со стороны второго ралика. Да. Издеваешься. Резайтесь на глайдере резайтесь. А, блин. Border secure, but still come from the north border. North border. Сейчас заберем. Кто они Yeah, maybe we should just stack the flags and defend and let them bleed. I agree. There's Papa. Yeah.
On squad leader 6 position from that direction, and yeah, whole yeah. squad is moving. Yeah, somewhere in melee on me. Death ready. Thomas, are you okay? Yeah, we got a few guys. Wunderbar. Keep coming in from the southwest at Lundeberg. Enemy rally was moved, it's not the enemies stroke, but it trenches just got moved. At Lund. Germans, what's up with Passwelt? Nothing. Is Passwelt okay? That spawns hot cliff. Enemy is north side of Hoofcliff. Северной стороны. Come on, it's only like 20 tickets! Come on, guys, we gotta kill them! We gotta kill them! Don't spawn in and bleed. Don't spawn in. Yeah, they're... Hoofcliff under heavy attack. Oof. Don't spawn in. Yes. 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 I'll think about it. Пошли, взял машинку, оперенок, садись. Стой! Гони с... заебался, блядь. Пиздец. Да мы уже сколько? Часа, наверное, 3 штурмим, да? О! Это в целом? Правильно? Да. О, ну, где-то полтора... Да, полтора. Че будут в этот раз на ход клифе? На ход клифе они приехали позже, да? Они нет, они с нами практически одновременно приехали. Но вы отбили их, да? Отбили. Ну да, отбили чуть-чуть. Мне нравится, что по лесу можно так спокойно срезать. Mm-hmm. Как, самое реально, главное. А с кем я где-нибудь здесь? Это лунного грунта. Угу. Где-то будут эти воронки. Для меня скинь и потом сразу во флаг въезжать, и я поставлю себе. Я сразу в этот домик трехэтажный. Да. Гискрина. Сверху, на лестнице. Yeah, the Americans are at the roof left, they're shooting us at the Да, сверху, там где лестница обычно. Потом карабкаться. Он сверху там сидит. Его надо донатами будет попробовать. Yeah, we're going to overload. Swedish, move to Overloon, help them. Leave like one guy in the flag, right? Там центральную улицу Хелпа. Родер, а? Инда, мы хотя не хочу быть там. Где Шельфи? Так, где Хелпа? Блин, вот... Вот где-то он есть. Блин, здесь где-то. Угу. Ближе к перекрёстку, по-моему, подъехал. Я не видел, не слышал. А нет, он куда-то на юг съехал, уехал. Видишь, Ройер его? Пролик заходит. Нет, не вижу, еще. Точку потеряли, что? Мы ее не видели. Алика нет у нас, да? Выбили. Готов, сможешь подъехать к классу? Вот эту сцену поставить, нет? Ну тут везде враги. Везде враги. Хочешь выйти? Alright, Донбасс, поезжай тогда. Hold crack then, if you still have a rally. Oh, you don't.
Defend Holzagri. Давайте, бежим, бежим, бежим. Я вижу, что ты можешь сник в пасту. А, ты уже боец. Окей, мы got rally again. Я понял, я заспустил. Alright. Поздно. Блять. Блин, в обратную сторону. А, ты понял, где он? Ты мог бы его просто пристрелить. Я не успел. Я не успел. Последний момент убежал тоже. Never mind, I died. I'm spawning on the glider and going to. Я случайно появился на базе. Блин, мы могли с Власовым поставить ролик. Я уже подъезжал к этому. Do I need to let you guys help me or someone else got to take it? Нет, ты пробиваешь борт. Просто я в борт, и мы прям выстрелим с этого. Под калибров и нихера. I'll go there and defend, I guess. I'm spawning there right now. Roger that. Мы могли бы ролик поставить. А, дали мне. Я не вышел бы. Кинг Тигр дали, я возьму. Да. Can you repeat the name of that? Донбасс, go for Hod Zagiri, where squad 6 is. Alright. Swedish sneak to Passwell. Куда же атакуем? Андраш Скот? Или как? Yeah, you can help. You can help at Moon Bedriff. Oh my bad, Overlord. What, Kirst? What about Overlord? Maybe we will have the Overlord. No, forget about it. No. It's an over attack here. What? Что? Куда? Куда? Куда идем? Moon Bedriff. А бронечки? Угу. А мне куда? Мне куда? Куда ж, куда ж, на Лун, на Лун. Ты ж на танке на Кун, надо штурмовать. А, ну, может попробовать, ну, блин, там, попробовал никто не атакует. Нет. Олег, а какую точку? Мы должны вообще этот лун оборонять. Я куда-то к этому хаутклиф. Пантера же наша, лобать. Не-не, да, нам надо все-таки этот самый лун оборонять и помогать на бордере. Не, там кто-то зеленый. Оперёнок, да? Оперёнок бери, пока пантеру бери. А, окей. Check my spot, Рандум. Дампанк спот. На город, давай катись. Я куда? Нет, мы луны броняем, ну... Let's go for Passwell there. What? Enemy soldiers are leaving Hootcliff now. We're capturing a battery. Пушка тебе? Да. Я ж не перестрелился из базы. Давайте пойдем на бордер. Хера себе машина по нашему базу. На пантере. Да, вижу. Рандум, can you... Ты что-нибудь поубивали? А, нет, на базу катится прям. Что, тогда дальше куда же ехать? Едьте на борт, вдвоем защищайте его. Пусть Годов будет спереди, ты его прикрывай сзади. Сука, тут бы еще проехать.
Вандерфлайт не знаю. Чисто. Поеду, осматриваюсь, никого нет. Там в доме Райерна, Влас, слышишь? Вот это вот на углу, на перекрестке, на метадоме. Ой, по мне кто-то стреляет, по-моему, из церкви. Я понял, что за дом, да. Скажи второму отряду, пускай сплотит. Это кинул Райерна? Ты Баска? Да, кинул. Yes, cursed? А чё меня Шерман Вокс носит? Yeah, who figure is under steady attack, by the way? Не падал. Меня Шерман Вокс... А, это Бандера? Где убила Бандера? А, вот... На Оверлоне. Тут, по Пантера. Не, она прям в самом городе. Кирс, давай полный обкинем, пока ты тут живешь. Your enemy Sherman's approaching Overloon. At the Delta Charlie 5 Darkfield. B-44, Годл. Шерман приближается. C4. Да, вот со стороны метки, откуда отсюда. Там D4 лидирует рядом. Даже не отсюда, а получается отсюда. Это Пробаска. Не нашел так. Нашел. Да, вот они где-то. Че, они так не нашли ралли? Кирстен yeah. Жесть от врага. Дома звенит. We've been under heavy attack the whole time. В городе, у нашей ралики, пантера здесь. А можно врать под зашек, Влас, слышишь? Город атакуете? Вот, на, да, мы вот. Там еще предупреди. Первый скот предупреди, к ним пехота идет. This is squad one, infantry coming to you. Откуда? Там машинка подъехала. From south. From south. Так, я думаю, там. Yeah, we got tanks here now. Alright, Dom, I'm spawning border E. Okay. Where do you want the third squad? You don't want us to try to retake this? No. Да, первый. Помоги там второму squad. Угу. Ну, на пункт. Блядь. Ну, самое то. За домами, как раз и сидел, прикрылся зданиями. Вот даже не видно было. Видите, он горгут с домами. Керс, ты куда? Я бегу, там пишу. Спасибо, там где-то есть. Так, а я четверку могу взять или на чё-то? Бери. All right, never mind. Don't move. Yes. Oh, you lost the rally. All try to go for Passwell. Then take a jeep. Я у меня батарея, когда с пантера поставился, выиграл. Никто еще узнал, что я его не могу брать, а он меня может. Это очень странно, на самом деле. Годл, джипик на мне, джипик на мне. Понял. Маркер. Вот. You want a path spell? He's very far. Сиди. Are you want a path spell? Там один живой остался тут. Okay. Alright. Hold on. Убил его. Томас, can you sneak to help? Я там убил, там второй остался. Yeah. Alright, go ahead. Что-то как-то пантера долго появляется. Чё тут кончишь?
чем? Я жду, пока когда-нибудь атака начнется, и ты ралли кинешь. Так, если хоть не буду ралли кидать. Он сейчас отходит, у нас 20 человека. Ты и я, поэтому... Помогай, как ты можешь. Я буду буду успеть. Люфтханса is back online. Пума появилась, Пантера не появилась. Кто-то занял, походу. Yeah, I'm gonna defend Buderi instead, you know. Our excursions to the enemy territory aren't successful anymore. Смотри, Власов, там на Луме, это север, заметьте, у 4-го складного. Нет, на метке танк. На метке танк, понял. Да, на метке танк подсвечен. А на Луме, ну, что, да, Власов, на Луме заспаунте? Понял, я, ты... Да, там. Что это было? Это был лайтинг. Это из танка. Enemy in P-38 lightning above us at Buderi. Ну да. Sherman Alpha Thunderflow. Hold on, please. Can you land it at Passwell? Passwell? Okay. Что там у вас происходит? Большая атака? Небольшая. Есть на юге польский отряд. Так, у нас к востоку от бортера. Молодец, что прыгнул. Да, сейчас лук на лун большая атака. You know what? I landed on the hotline. It's better. Лун under heavy attack. Лун under heavy attack. Fuck you, Whis. Okay, that's one lun to drift. Swedish help. Roger that. Ладно, делать нехуя. Попробую протаковать. I can't help. There is probably a lot. Do you want me to go there and spawn, or do you want me to continue attacking? Right, yeah. Take the BMW from the airbase. Go to Lumadrift, yes. BMW is not at airbase, so I'll respawn. It is airbase, it is respawn. It's a okay. Double spawn. Oh, okay, that one was two. У пазика скорость как у пантеры. Ох уж это четверка. Are you capturing Domus? Very slowly. Прикольно. Patrol is okay. Check Armin Squadron, Doom. Doom. Copy. We cap, but we still got a lot of enemy here. There's two squads here, Dunpunk. Health cliff? Okay. Yes. CC enemy Panther overload. Do you want my squad to go there as well, or do you want me to go at Lumadrift? Third squad. Все поздно. Он взорвался сам. Тупо. Shit is fast. Опять, ты можешь sorry, с готом по этому танку поедеть, если что, больше времени ориентировать. I'm at Lumadrift, but this is in the... Сейчас я подключу. Окей. Дадер. Посмотрите, окей. Try to make the rally there.
Вон, задержи, что жду. Пехоты много. Подожди. Давай, давай, быстрее. Пехота уже впереди. От нас. Пасхал, так за. Давай пасхода не хватает. Два рота. Полноценный. Я кинул, кинул, кинул. Тут прям рядом враг. Прям рядом враг, прям рядом враг. Все еще польский отряд. Донбасс. Spawn on glider, go for password. Левее, 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 сбаву. Тут как хер какой-то стоит. Ага, туда. Давай, короче, будем держать оборону внизу. Да. Не знаю, где лучше засесть. Давай, я тут вот сяду, напротив. I'm gonna take off and land in another place. Slowly cap in balloon. Alright, alright. Керст, кричи, когда у тебя враги будут. Да, да. Донбасс, don't get blown up by us, man. Блядь, какой бы отряд поддержал бы меня бы. Может, лучше там быть. Мы берем рун. Сейчас возьмем, сейчас будет наш рун. The glider's gone, and they destroyed the rally. Враги на нашем керст. It's... DC random. Он сзади что-то было. Они. What do you want me to do? Hold spawn. Они с юга заходят, прямо с юга. До сих пор танк, гад. Are you going to hoot? There's a whole squad to south. No, over there. На юге они идут. Of Lumbadish. В заборе, в дырке в заборе был, правее. Танк же убили. Куда я сейчас смотрю? Танк убили на лун... Overland? Вот там, вот туда. Нет, туда стреляю, смотри. Там был кто-то. Holding on hot clap. Понял. Не пробивай. О, видишь, я говорил. Okay, там also have some minor inconvenience. You should spawn on glider and attack hold clap. Oh, you're already doing that. You son of a bitch. I told you to hold spawn. Блин, два рота, сука, не хватает на этом пулеметке. I made my own decision. Вообще, блин, какой-то по углам на мутке. I will tell you later who you are. Smartphone. Бери бомб пантера. Dumbass. Она подбита. А, да. Пусть черная такая же, как у камуфляжа. Enemy rally to the south-east of... south-west, sorry, of... Берите танк поменьше. South of Lumbadish. А, это наша машинка, да, или нет? Через дорогу. Pretty much the middle of Shannon. Germans, can you... Блядь, где я не вижу? Я чиню, не могу смотреть. Сумма, нет, hold your spawn if you're dead, you're gonna move to over the... I'll drop a commander on it for a few minutes. Бля, как он заново выстрелил меня, блядь, вниз. Вообще, он херану. Вообще, я этих трупов. Очень удивительно, как он не ваншотнул. У меня такой угол, да, пошли. Нет, вообще белушки. Да, блядь, случайно. Бадя? Перенут и... Перенут. Commander rallies up. Go with all Germans, go be. Перенут, выйди склада. Сейчас. You want us to attack Overland too? No, no, go for Hautclef. I don't know if we're gonna get it. Keep pushing. Keep pinning them down, otherwise they're just all gonna spawn on Overland too. Okay, well, go for Overland then. Squad 3 can move out to Overland as well. Boulder is under attack. There's a Hellcat south of Commander Rally. Commander Rally is dead. Repeat about Hellcat. Blue square, stay. Again. Where is the Hellcat? Which square? EZ5. E5. What do you want us to do, Dom? Отдадим им машинку. You didn't, You go for Wonder Blue from the main base. Wonder Blue. Okay. Набор, там набор, да. No, Germans take a Jeep or BMW or anything. Go for Holzagerie. Copy. Yeah, you need to take tanks down a little bit.
Может и нет. Окей, okay, давай развернемся тогда. Или ты на оверлун хочешь? Нет, хочу на ванду помочь. Погнали тогда. Germans hold your spawn if you... If you... Нет, на бордер все-таки атака вроде как. Нет, ладно. Забей. Мне показалось, там умерли люди, а их просто табличка скрыла. А нет, это тимкил. Не понимаю, чего у них там. Ничего не говорят. Ладно. Их скрытая атака. Не шуми, отверни налево. Я же на этот самый еду. Right, Germans. I'm gonna land the glider in a very... few seconds. Copy. Spawn on it. Nice piece of shit. Yeah. Мы на авантель едем. Помоги нам там. Давай в воронке. Нет, чуть правее за зеленый. Ты не выходи, я кину. Ты не выходи. А, все. No, Swedish. The flag zone at Vandervoort is one guy, yeah. In, I think, by the tree. We're by over by the flag. Pretty much. Beneath the wagons, maybe? Oh, Vandervluten. Dead spot at Boudery! Dead spot at Boudery! What's your Boudery? Too late. Урод! На нашем ралли был? Не знаю. Прямым выстрелом, прикинь. А ты? Ну это ж пума, она фигня полная. Так нет, дело даже не в том, типа фигня или не фигня, он просто прямым выстрелом попал прям в пуму. Прям в крышу. Блин, машинку нашу поломали. Вас вот в машинку? Куда мы сейчас съедем? Давайте на это съездите. Помогите на ход. Погоди, бегу. На ход съездите. Да, сейчас. Только побыстрее. Я тогда помогу взять точку. На этой карте мне нравится, что тут мухи летают, шумят. Где-то там собаки гавкают на оверлуне. Где-то музыка играет. В общем, много их звуков добавили. Я еще видел в редакторе, только я не понимаю, как они слышатся. Тут еще на полях какой-то звук поля есть, но я не понимаю, что это такое. Звук поля, что это такое? Да, типа такого. А, наверное, в каком поле? Wait, where do you wanna... Поле открыть. Вот я свой в... Уезжай, точнее. Или слева. А, и справа, и сзади, разрежь. Да. Резайтесь, манкерски. Куда стой, человек, не дай вылазь. Возьми. Подойди к ралику. Его не нашли вроде не за забором. Мина будет, блин. Так, резайтесь на флаге, блядь. Призвелись атаки! Призвелись лос! Сейчас там, в том же месте кидает мину. We're coming. Я могу гранату кидать. I help Gareth, just overland. He's circling overland. Блин, я спину убил. Блядь. Куда? Году, блядь. Побил его. Он с ралли спал. Не сможете поставить? Да, Пантера. А... Внизу, ну, сука, мин поставили. Пренок за дитя. Вроде раненый. Давайте, блядь. Есть. Понятно. Какая-то... Справа, справа, первым, справа.
Угу. Сейчас, может, опустим. Опустим, опустим. Я жду, жду. Керс, где появимся? Давайте сбывать с базы. Нужна поддержка. Вы не берете случайно, не? Брали. Пока года вы не уничтожили. Меня уничтожили. Погнали. Это был временный, сейчас полный. Полный кит. Нет. Давайте быстрее, ребят. Как можем. Не, они сейчас флаг поднимают уже, все. Здесь. Поехали. Ах ты! Блять. Здесь танк прикроет Ралик. А, он его убил вместе с этим. Get in, Ралик убил. У нас глайдер есть. Sorry, what, Germans? Should they defend Lupetriff or? Yes. Okay. Если не магазин зарядил, Атлан, нужна помощь. Бежим. Отцеливаюсь как могу. В лесопилке, да? В зале сопилка, там в деревьях есть бревно. Убейте меня. Мина явно будет. Мина, аккуратнее, смотри, вас. Базутчиков понабрали, с пистолетами бегают. А, похуй, поеду, блядь, надо. Пускайте. Да, да, пускай. Блин, падла. А с той же самой стороны. Влад, слышишь? С восточной стороны. Верно, с восточной стороны там станем. Сейчас возьмем, вот. Не появляйся сейчас. Вот тут. Угу. Не появляйся. Меня сейчас сзади обойдут, это будет пиздец. Это ты тут все, ты тут так и не подыхал оперенок, да? Не. Это металл. Так, а что? Главное не забудь. Из южного здания вышел через дорогу от лесопилки. Ой, сука, урод. Ой, у них ролик север, то есть юг, Керст, юг, с забором. Да, там не... Я еду, а по захилу. Блядь, сзади спринт идёт. Это все еще медали? Да, конечно. Умер босс. Ну, попробую докинуть до ихнего ролика гранату, но вряд ли получится. Я тут рор. Угу. Я не докинул. Там их дохера на отсюда. На тебя кис пронесет. Знаешь, когда мы едем? У лесопилки лежит где-то снаружи. Вот они, блин, откуда-то... По-моему, может, это время. С этой стороны, по-моему, заходят. Я уже сюда, у меня кулдаун. Чё за... Я понял, почему так подступно сделано. Эй, собирайте точку собирай. Поверь, какой у тебя куда? Может, уже пора... Помещу. Мы же на глайдеры шли. Еще два... Все нормально. А, поставил, слушай. Пресс, может... Собирай точку. А, глайдер, ты еще жив. Ради пропал. Ну, как? А, коммуникация? Ребят, вы че? Вот у нас два человека, что ты хочешь? Три. Ну, ладно, я понял. Пока, три. Не, на главную позицию. Так, можешь зайти в мой склад, Ройер? Сейчас я...
Oops. Ай-яй-яй-яй-яй, son. Son of a fucking bitch. О, ну все, англичанином стал. Тупо западенец. Так, не, попытка номер два, Руэр. Попытка номер два. На самолет? Да. Так, 40 тикетов в последний раунд. Все мочим, смочили. CC have checked out for the night. А ты можешь видеть, что впереди нас? Внизу, да. Там Трейхон пытается где-то на второй юго-восток. Второй какой режим. Ладно, сейчас я, короче, Джонни полечу, разбомблю. Ты будешь снимать. Давай. Только я не помню, где он. По-моему, тут вот. Он, короче, спрятался после того, как я его два раза убил. И ты третий раз попытался. Ага. Тут зенитка может работать вроде. Да не. Делают свой цель на Вандер пойдут. Это же не арта, не? Нет, они... Стик, ты что? Говноед сраный, ну че ему... Че он на мейнбейзе сидит на зенитке? Возле мейнбейза, зачем? Почему? С какой целью, вернее? Еще один... Нет, Рур, дай... I found a flight and it's still under attack from the south. Ну, садись на этот, на... Сейчас, ну этот побыстрее будет, чем скаут. Ну, мы не успеем, ладно. Не успеем. Дерьмо. Ну, как можно быть таким говноедом? Шайзер. As much tanks in as you're doing. Too many tanks, guys. Too many tanks. The Greyhound is way too close. Come on, no team killing. Come on, let's make it good. Pilots, you need to fly way lower if you're going to be in this picture. That was Greyhound. You're too close to the front of the camera. No Greyhound, you are the worst pilot driver ever. Seriously, Greyhound, back up. Give him backing up. Okay, you're out of the picture right now on the left hand side, that's fine. Alright, let's go. Okay, whoever dropped the smoke, I'm just gonna restart the server right now if needs be. That was a can't good do anything. One. Can't do anything until the smoke clears. You have to wait for the smoke, yeah. But anybody else drop smoke now, I'm just going to restart the server and we don't bother. Don't smoke. Guys, stop shooting, stop throwing stuff. Just stay put and remove your hand from the mouse. Okay, hop. Okay, who's the guy on the half track? Okay, one more flyover, please. Pilot, yeah, and one then more flyover. Should be good. Again, repeat. Guys, let's do some military. Stay where you are. Don't fire. Do not shoot. Do not shoot. Just look. Come on. For a good picture. Thank you. One pilot, one more fire. Yeah, and we're good. Fly out from the. Yeah. Turn around, come back. Okay, good. Ready. Picture's coming. Snap, crackle, pop. No! Not the Sherman! Sherman ruined it. Sorry, guys. Yeah. Get the Sherman away, please. Okay, move that Sherman out of the way. You have one job. One. Okay, one more try. Do not fire. Do not fire. Ready, set, come on, guys. And you can do it. Go. Nice pilot. Good job. Pilot, good job. No, that'll my do, guys. Royal. That'll do. I'm not going to bother doing anymore. Yeah, it's okay. Alright, thank you, guys. Alright, quick. Free shooting. Have, go. Last words for the campaign?
everyone is listening. Okay, I'll do it. Thank you everyone for coming this campaign. Thank you, Randy. No, thank you. Go ahead. Yeah, thanks everyone for coming. Thank you to the HQs, officers, all the new players and old players. We really appreciate you all joining us for another campaign. We'll be continuing the battle for the push to Germany and the late war, sometime starting in March for 12 battles again. So we'll post news when we have it all ready. I'll set the permissions now, actually. Well done. Thank you, everyone. Yeah. Thank you guys. Thank you everyone involved. See you. Remote. Merry Christmas. Hilarious. So many losers. Merry so little Christmas time. To everybody. Let's all go in public and have fun. Come on. Let's go. Let's go to public. Так, ну давайте, будем... Every Russian to public, and let's make it just fill up. Там, наверное, сейчас еще будет куча этих людей. Хочу поднялись обилки. Если сами не посылают. Мой друг мой фалл, я считаю, что Мам? Абахо, на Иглесия. Пиня! На! А. Чё, куда вы пойдёте? Херст. Скиньте пинт. Дафту. Мне как лететь? Коммуникация. Террор есть, да? Да, повезло, что ещё есть. Как лететь в вас? Тебе надо лететь... А с юга на север, а отсюда тебе... и на нашу сторону. На НЕ лучше лететь, этот кран мешает. Я пойму, где вы там. Чирс. Вы на крыше что ли? Да, на ящике, вот на месте мы стоим. Ага. Вы не между трубой и краном прилетите? Бери маркер куда-нибудь. Завтра 23-е вроде, да? Завтра 23-е? Ага, Рождество, значит, 25-го в понедельник. Ага. Да. Целых 4 дня отдыхать, офигеть. Хрень, 4. А у нас в понедельник и вторник, типа, праздник. Ну, выходные. Еще раз. Государство. Так же прилететь по-другому? Так же, только направо лететь. От крана направо. Готл сет. Вот так. В Беларуси. Это Рождество католическое, это праздник, да? Да. Еще раз. Сидите так же, не двигайтесь. Рождество обычное. И то это праздник. У нас вот получается 25 декабря выходной. 1-2 января выходной и 7-е, ну в этом году, в следующем точнее, буду пытательно на воскресенье, наверное, поэтому... Еще раз я опять пропустил. Маловато. Нас целую неделю отдыхаем. Ну, блин. В Беларуси нельзя много отдыхать. Батька составить. Стоит картошку собирать. Да. Вот да, это нормально. Подождите, уже стойте. Собрали и на полях оставили гнить. Кстати, там, я сейчас снизу посмотрю, как будет. Hey guys. Hello. Well, it's over. Finally. Лети так же. It somehow feels good also when
you are leading. Yeah, I guess. Well, thank you guys for the campaign. You were a very challenging group. Thank you, Trio. Always a pleasure to play with and against you. So wishing you Merry Christmas, good holidays with family if possible. Yes, Rainer. Yes, same to you. See you in the future, hopefully. Yeah. See you next year. Yeah, bye bye. See you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Не хотите? Вот, Аэрлун. А фотку-то сделали? Да, да, да. Я, по-моему, в подвале? Даже... Ох, ебать, круто. А, тут стенка ближе к этому. У вас в России сильно много выходных. На Новый хорошо. Год в неделю отдыхаете, в мае неделю отдыхаете. Это хорошо. Это а потому что они не заняты покупкой семян под картошку. Они заняты? Нет, потому что мы работаем много. Ну, если так посудить, то белорусы больше работают. Идите туда, идите вот сюда, вот идите вот сюда примерно, к забору. У меня нормальная анимация сейчас. Сколько у тебя рабочий день, Кирст? Вроде нормально. Как везде, 8 часов. Ну, может, как заводчанин, 12 работ. Меня смотрите. А? Давай каждый ляжет под нас хлеб. Каждый ляжет на хлеб и сфотаемся. Не на каждый можно запрыгнуть. Да. Может опять в церкви это как проповедь кто-нибудь читать будет. Ну вот эти власти, которые будет у меня. А, тут не вылезешь. Там только с этого с торца. Мне вот это место напоминает Вольфенштайн. Ну да. Блин, надо было прикольно сделать такой вот ремейк. Музыка или это? О, Власов за балкончиком он смотрит. Или я, или кто, чё? Ну, это Власов. Будет видно там оттуда. Занимайтесь камей. Не, лучше я буду сзади. Даст банк. Занимайся камей. Кто-нибудь туда. Скамью занимай. Понял. Какие-то странные у него это. Точность. Я хотел в Quicksilver расстрельнуть. Там панк правее, выйди. Помолимся. Да, вот так. Хотя оружие все уберем, я не знаю. Джа, да, что-то с руками. А, нет. Это самый флажок. Да. С черепом. Так, что делать? Я сделал фотку. Ага. Ну, я видел снял. Погодите, тихо, тихо, хватит, хватит. Подождите, тут, давайте тут... идите сюда, на улице. Понятно? По-бырому. Я тут, кстати, пушку умудрился перевернуть. Кирс умудрился джип перевернуть. Идите вот сюда, вот в этот угол. Я что-то не заметил. Идите вот в этот угол, не на зенитку. Предатель. А может на фонтанчике? Нас фонтанчик. Хватало споттеров конкретно, прям вот конкретно не угол, хватало. Вот в этот угол идите. Таких, со специальностью споттеров. Ага. Dedicated. Нас, да, как... Сколько не говори, никто не берет бинокль. Так все компания. Не знаю, я так заметил, что много кто с реконами бегает, да, но толком не спотит. Идите в фонтан. Забытовые.
Кстати, мы десантники. А, кстати, да, точно. Person leader. Точка тоже есть в ВДВ. Вандерблюд он. Звук водички. Куда она льется? А, никуда. Не знаю, то есть я не напрягаю. Я не напрягаю, колебаюсь. Да, она... Она, типа, ну, вверх распрыскивается. Как... На меня, да, я вижу. На меня. Вот, вот, о, вроде нормально. Это все, да? Ну, да, мы где-то походили в канализации еще, по-моему, или нет, не будем уже. А не верно. Вот там делали. Ну, фото. Подземелье а, вот, у нас есть. Идите, идите. Где тут наверх забраться, вот этой вот руины вот этих? Можно, и, конечно, на кладбище. Типа лечь перед... А, ну, у нас... У нас на кладбище много фоток. Плохая примета. Ну, в принципе, компания примерно соответствует фоткам. Так, я опять падаю. О, нифига тут. А я сюда так и не залазил. Баю-яю, баю-яю. Блин, это козырное место. Да. Поскользнулся. Не знаю, откуда лучше. С церкви? Башня? Нет, там не будет видно. Бля! Да вот с того, с фото, с балкончика. С балкончика. Вот с того дома. Откуда, откуда? С того дома, с балкончика, с фото. Это называется Райан Хаус. Дом Райана. Кстати, отличный фильм, я забыл. Это место где-то. А, нашел. Это он потому что в фильме это... такой? Да. Лесь. Потому, да, потому что. Да, это типа не Рамель Ньюэлл сделанный. Да. То есть фильм он был такой же примерно, да? Да, да, примерно такой. Там он занимался чувак, потом ножом еще там это. Одного. Да, когда в конце еврея этот немец зарезал. А где лесь? Вон она. А, я понял. Там еще такая дырка вон, где пулемет стоял. Там фанк. Только урод. Тебе не только власть. Идите отсюда, идите туда, где наши стоят. Это я только могу фоткать отсюда. Шо? Блин, дайте кто-нибудь. Че такой хитрый? Стань стойками, Кадзе. Что вы делаете? Народ, киньте, пожалуйста. Сейчас паду. Киньте кого? Мне нужно. Вот. Киньте мне вниз, киньтик. Чё, ты упендрился? Я думал, это кто-то гибалты кинул. Там этот, типа, череп красный. Я думал, ебать, спасибо, киньтик. По-моему, в новом апдейте у гранат будет такой же маркер. Да. Там писали в Дискорде. Еще Панцершрек. Панцершрек. Пригнали комментарий сделал Яну. Керс, ты видел? Да, видел. Вам надо как-то... Ты он еще спрашивал про этот же, про ФХ 3-й? Я не помню. Что кто-то этот скрин с этого с дискорда китайского какого-то игрока, а у него написано, что играет в ФХ 3. Он спрашивает, что, когда ты успел выйти. Вам много людей немного. Много людей, подведитесь. Ну, это реально? Нет, это конечно реально, 100% реально. Подвигайтесь. Я не знаю, такой наивный. Ваша лево, ваша лево. Я прям... Это либо Вульварин, либо... Ваш лево ближе ко мне. Там плохо видно и ники не прочитать. Еще ближе?
Да, ну вот, вот примерно вот, вот от оперенка, вот там, между окон, до вот до года, например, так вот. Ага, тихо, тихо, вот не двигается. Вроде, норм. Ну, больше негде, да? Да. Вот фотку. Все. Давай массово суицид. Да, ну с тобой с высоты не суициднишься. Я вот двое поехал. Я могу помочь. Ага, пойду. Вау, так его. В смысле, я помогу вам этот суицид сделать?